you mm -hmm. Привет, 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 друзья. Скажите, пожалуйста, как нас слышно? И скажите, как нас видно? Скажите, не отстает ли сегодня звук, как на прошлом стриме с Янамив? И все ли у нас удается с первой секунды? Да. Я еще как будто не понял, какая камера направлена на меня. И это не из-за того, что я тупой, а из-за того, что я не ел. Итак, друзья, обязательно пишите свои комменты под стримом на ютубчике прямо сейчас. Да, 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 да. Все, огонек. Огонь. Огонь ква, пишет Дмитрий Черногузов. Огонь ква, предлагаю использовать в дальнейшем это слово для обозначения самых крутых фоток сегодня. Огонь ква, друзья, мы уже поняли, что со звуком все отлично, и с изображением все хорошо, поэтому фоточки еще можно присылать в телеграм канале GetLens. Есть анонс сегодняшнего стрима. Туда в комменты нужно прикреплять фотки, прикреплять желательно не файлами, чтобы не приходилось скачивать эти фотографии. Давайте так, не больше пяти фоток за раз. И сегодня у нас во главе угла, <laughs> во главе угла, во главе стола Макс Баев. Сейчас, чуть попозже мы его представим фантастическим образом. Креативные фотографии от вас сегодня нужны, креативные. Креативные, не нужно Портреты у, у окна крупные, присылать креатив сегодня приветствуется. Потому что Макс Баев не просто человек, который на открытую диафрагму 1.2 <фотографирует>, фотографирует красивых и рыжих девок, а немножко по-другому делает. Поэтому, чтобы он оценил ваши фотографии, ваши старания, Понимайте, что нужно присылать сегодня. Итак. Uh, сегодня в гостях у дивного стрима на канале GetLens невероятный uh, космический кормщик. Короче, я решил, что... Космическая огоньва. Да, огоньква. Я решил, что все гости, которые приходят на GetLens, их все равно все знают. Вы, которые смотрите эти подкасты эти стримы. Поэтому... Вот Максим Баев сегодня в гостях, давайте ему похлопаем, ура! Всем привет, ребят, всем привет! Uh, я рад, что вы сегодня меня слушаете, видите, и я сегодня буду разбирать вашу любимую рубрику, значит, разберем ваши фотки. Uh, мне кажется, что это уже щелку как орешки, потому что столько учеников, сколько у меня было за последние два года, но вряд ли у кого-то еще было, <свят> вот, и я постоянно разбираю домашки, работы, веду также прямые эфиры, вот, поэтому эта рубрика для меня уже, знаете, как... если бы я был супер спортсменом, потянуться 20 раз. Мне кажется, это примерно так сравнимо. То есть я могу это делать с закрытыми глазами, но разбирать буду ваши фотки с открытыми. Uh, ну что, начнем по ходу дела. Да, не забывайте, что вы можете кидать свои фото uh, для разборов, да, чтобы не только те, кто уже прислал, мы разобрали, а вот те, кто подключается, у вас есть такой шанс. То есть поезд еще не уехал. Поэтому кидайте, обязательно не забывайте, что вы можете их прислать. А мы сегодня начнем в качестве пролога к разбору сегодняшних фотографий uh, с серии фоток. Которые присылались неделю назад на стрим э, с Яной Меф Там э, чувак, который прислал эти фотографии, не особо понял э, критику Яны и попросил э, показать эти же фотки Максу. И нам интересно, что Максим скажет про них, поэтому начинаем с них. Итак, в угар и первые пять фотографий. Uh, да, сразу хочу сказать, что я не какой-то там злой полицейский или добрый, я просто в основном даю какую-то, наверное, добрую критику. То есть я не говорю, о, все говно, вообще все плохо, все не снимай. Хотя многие, я знаю, учителя даже таким э, как бы грешат, да, и людей вгоняют в какой-то непонятный ступор, вот. И, и вот, в общем, поехали. Макс, oh, uh, можно yeah. я, я в прошлый раз у Яны спрашивал, каким полицейским она хочет быть, добрым, uh -huh. она сказала, слушай, ну я буду просто по делу, я говорю, а я тогда буду добрым полицейским, uh -huh. и я в прошлый раз как будто немножко добра давал. Давай сегодня ты добрый, а я буду говорить, okay. что говно. <сpar> <Суперно>. <сpar> можно <сpar> так. <сpar> Вообще идеально. А, так, кадры. На самом деле мне нравится цветовая тональность у кадров, то есть цвет довольно приятный, хороший. Обработка видно, что такая чистенькая и без. Надоевших, мне кажется, всем просто набившую арскомину лайтрумовских э, вот этих перекрученных пресетов, да, которые сейчас, я не знаю, каждый второй продает свои пресет-паки. Вот. Э, я, кстати говоря, на своем телеграм-канале 81 пресет просто так бесплатно всем отдал. Потому что, ну, типа, я не считаю, что это какая-то такая штучка, которую я мог продавать, потому что я не ретушер. Вот, и я просто так всем отдал. Короче, uh, мне нравится цвет, мне нравится обработка, что нету перекрученности, нету вот этих, знаете, кривые каналы подтянули вот это вот все. То есть, все очень в тему под кадр. То есть, даже uh, вот кадр, где парень с водой, в принципе, выглядит органично, даже вот этот фиолетовый снизу uh, градиент, который, возможно, наложен в силу постобработки, а может быть изначально так получилось, что солнце видно там как-то так пробивается странно. Кадры интересные, кадры хорошие, не сказать, что это что-то новое, довольно... Я на самом деле точно так же снимал. Вот если вы найдете мою страницу ВКонтакте, супер старые мои фотки, вот один в один человек стоит, просто какая-то локация, что-то происходит и все. Потом я дальше от этого уже двинулся и вообще пришел к тому, что я вот сейчас сделаю спустя 10 лет. Вот. Поэтому, в принципе, это хорошие картинки. Возможно, не для супер какого-то человека, который там давно занимается, да, и там не знаю, только и живет этим, потому что я этим жил, и поэтому я вот очень быстро развивался. Мне нравится, сюда бы добавить чего-то более интересного, потому что локации, как ты видишь, композиция, цвет, все хорошо, свет хорошо, все отлично, но немного не хватает, кстати, эту модель даже, если это она, не знаю, может быть, похоже лицо, очень тоже давно фоткал, не хватает немного не casual, что ли, какой-то фотографии то есть эта фотография выглядит как знаете есть типа какая-то какой-то интересный образ например у человека в одежде да там в луке он там чем-то как-то проявляет себя да, отражает свое внутреннее состояние с помощью одежды там стильно как-то одевается а есть люди которые просто гоняют футболки и типа и в кедах и всю жизнь так да? это как типа casual одежда, которая никак тебя не отражает вот это примерно так же то есть это фотография которая в принципе да много кто делает. То есть, чтобы выделиться, тебе нужно идти дальше. Не останавливаюсь на этом, иди дальше. У тебя уже все есть, типа обработка, композицию ты чувствуешь, все хорошо. Усложняй и делай просто каждый раз по ступенечке лучше и лучше и сложнее. Окей, okay. Бугар, uh, ты молодец. Двигайся дальше. А мы плавненько перемещаемся под под вот эту картиночку. С физиономией еще бритого наголо Максима, который здесь похож на элитного киллера. И... <св> И поехали. Так. На данный момент уже 116 фоточек вы сюда наприсылали. Я вижу, что мой родненький Оренбург мелькнул уже. Это хорошо. Елена Катасонова. Елена Катасонова, готовьтесь. И голый мужчина. Так. Э на самом деле, довольно такая типичная фотография парня. Типа, когда снимают парней, всегда показывают пресс, всегда показывают какую-то брутальность. Мне кажется, э довольно стандартная такая мускулиная фотка. Вот, э то есть стандартный мужской такой портрет. Все по классике, парень типа боксирует, у окна это похоже, ну какое-то старое окно, как будто не знаю в питерском просто подъезде снято типа такого. Вот в целом все типа прикольно выглядит, по ЧБ тоже неплохо. Вот этот камер довольно слабый, мне кажется, он так странно как-то изогнулся. Вот, но ну, в целом нормально. Но опять же здесь нету чего-то такого чего, ну, зритель не видел. Понимаете, зритель, он уже присыщенный. Представьте, сколько контента человек потребляет, сколько он крутит э, ленту соцсетей, вообще всего, чего только можно, да, смотрит. И вот подобных фотографий он видел очень много. Вот. И если вы хотите даже показывать, я ни в коем случае не против показывать классическую такую силу мужскую какую-то мускулинную, да, там такую природную. Вы можете uh, посмотреть на работы Херба Рица. Это такой американский фотограф, который uh, очень, на самом деле, сделал много иконичных фотографий. Он даже клип снял uh, на, песню, uh, на песню Wicked Game. Вот, uh, все ее точно слышали. И, соответственно, он переснимал всех просто в Голливуде. И вот можете посмотреть, как он снимал именно мужиков. И даже вот мужского нюд, да. Uh, я, кстати, об этом скоро делаю как раз курс просто и как раз шерчу все архивы книги, которые у меня стоят на полках, и вот он как раз очень круто показывал, потому что здесь акцент же все равно на мужское тело, да, то есть какую-то экспрессию такую, и вот он очень круто это делал, хотя кадры тоже минималистичные, просто жесткий свет, там не знаю, на фоне стены или какого-нибудь фона и очень круто сделано, поэтому советую вдохновиться Херб Ридс Uh, он уже не живой, вот, но можете посмотреть, у него очень много кадров. Я даже ходил на его выставку как-то, когда был в Париже. Uh, вот, вдохновляйтесь им, а потом приходите через годик обсудим. <laughs> Елена Катасонова написала «Доброго дня! Мой герой попросил сделать снимки с голым торсом. Это мой первый опыт съемок в жанре нюд, хотя снимаю давно. И заранее благодарит за разбор». Спасибо вам, Елена. Uh, здесь человек Шторм Бринджер спрашивает Пикать много будете на разборе? Мне кажется, Баев давно коучем стал и не фотографирует. В смысле, ребят, вы, наверное, давно не смотрели, я не знаю, какую-нибудь инсту мою, потому что. Ну типа у меня там не знаю чуть ли не через день по фотографии новый выходит через каких-нибудь там через неделю у меня по новой съемке большой достаточно выходит. Мне кажется, что я как раз неугомонный, потому что я слежу за другими коллегами, которые там не знаю по всему миру работают. У них даже столько активности нет, как у меня. Поэтому мне кажется, что вы меня с кем-то путаете. Реакция очень была смешная у Макса. Потому что, ну реально Не хватало музыкальной отбивки Мне кажется, что не каждый день Просто загружаю новые фотки Да, друзья, пишите обязательно Комментарии ваши Под стримом там вон в ютубе Ставьте лайки И обязательно подписывайтесь на канал GetLens, потому что сюда Мы приглашаем Великолепных профессионалов своего дела И только ради того, чтобы вы Стали еще круче да. Прекрасную фразу придумал, между прочим. Я. Э, так давайте почитаем немножко комменты, которые вы пишете здесь. Э, ну, огонь ква, естественно, нужно раз в 10 минут повторять, как мантру. Э, Александр Барто спрашивает: что качество стрима низкое? Я не знаю, что сказать. Наш великий бог монтажа и камер Ильяс говорит, что э, можно в телефоне поменять э, настройки и качество будет а выше. Еще... Да. Извини, э, что чуть перебил. Э, еще не забывайте, что у вас, возможно, VPN включен. Это такая элементарная вещь, про которую многие забывают и, возможно, качество тогда портится. Видимо, Александр Бартов просто, он вот пишет: "Ребят, скажите привет Дина, жене будет приятно". Привет, Дина. Здравствуйте, Дима, сударыня. Добрый вечер. Именно этим же мы и занимаемся на разборе фотографий. Итак, поехали дальше. Так, это... Не знаю, без имени. Ага. А это точно по порядку? Мне кажется, там перескочило чуть-чуть. Нет, там были комменты. А, да. окей, Фотографии человек без имени Почему-то не видно вот. А, что а мне... это не девушка Это Тони, Тони Полугалов Так ага. зовут человек Почему-то не определилась. А, что хочу сказать Странный набор фотографий Потому что первое это как будто бы Съемка какого-то лукбука Причем вот так Я не советую снимать лукбуки Во-первых, крайне странная поза у модели Она зачем-то засунула большой палец В задний карман джинс а, передняя, а получается левой рукой она держится за живот, как фотку от беременных людей обычно. И это типа очень странно выглядит. Ну, серьезно, то есть согласитесь. Еще и кадрирование. Модель улетела в бок. кадр отрезан по нос. Торчит чуть-чуть сверху сережка, да. А сережка Видите, как еще выделяется очень сильно, как будто бы это вообще что-то такое, мусор на фотке, да? Ну, бывает какая-то там пылинка или еще что-то. То есть, очень странно выглядит э, вообще, то есть, непонятно про что кадр. Э, следующие две картинки, как будто бы это снято в таком, не знаю, может быть, где-то гуляли просто сфоткали. И вот, и второй кадр, в принципе... Как будто бы такое ощущение складывается, либо это репортажка, либо просто гуляли, где-то сфоткали, где-нибудь, не знаю, ехали или еще что-нибудь происходило. Вот, мне кажется, ну, во-первых, да, у нас сегодня тема все-таки не портретная фотография, а больше креативная, потому что вообще, вот я почему скажу, что портрет я не просил скидывать, да, вот именно прям портрет-портрет, потому что портрет очень простой жанр. Вы сейчас, наверное, начнете меня кидать камнями, а, но на самом деле, реально, почему себе снимать портреты изначально? Потому что я легко работать с композицией. Ты заполнил всю фотографию человеком, 90-80%. И все, тебе не нужно думать, что происходит сзади, с пространством, по сути, что происходит со светом, потому что тебе одного-двух источников или просто окна достаточно. И очень многие на этом застревают. Вот. Здесь по кадрам, мне честно, пока непонятно, во-первых, про что вы как фотограф, и про, э, как комментировать эти кадры, потому что кажется, как будто бы это случайные кадры просто на прогулке. Э, вот этот портрет с парнем в горизонтали еще более-менее ну, какой-то неплохой, хотя блики, вот, допустим, я бы убрал, да, те блики, которые у него сзади, э, вам кажется, что это, типа, ну, классно, возможно, там, бакей и все дела, Но, на самом деле они отвлекают, то есть все самые яркие пятна, контрастные пятна, да, на фоне, на темном тем более, они являются я якорем для взгляда человека, и когда он смотрит, они вот вы попробуйте смотреть на фотографию, и тебя всегда взгляд будет немного цеплять вот эти вот блики. Они будут всегда перекидывать туда взгляд. А это очень плохо. Это особенно для портрета. Вот. Поэтому смещается акцент, и, в общем, вот это нужно учитывать. Вот. Ну и вторая фотография, я не знаю, ну просто портрет ЧБ ребенка. Ничего такого не вызывает. То есть такие кадры обычно в, идут в серии, да, какого-то лайф или репортажа, которые рассказывают какую-то историю, например, про что-то там, не знаю. Про все, что угодно, да, про детей, например, да, какая-то история. Но вот так вот из контекста вырванный один кадр мало о чем может сказать. Поехали дальше. Ээм... Ээм... Захар. Захар и... Угу. Три фоточки. Угу. А, смотр... Ээ, секунду. Так, щас. давай проверим. Да, да, да. Это как будто... To... Вот это yeah. предыдущий mm -hmm. Mm -hmm. раз два три. Начнем с первой. Подобных фотографий наверняка вы тоже видели очень много, когда там лицо и руки какие-то. Я даже сам так снимал на обложку музыканта Фейса <laughs> с тоже с, с кучей рук. Вот, то есть тоже тема, да, сами понимаете, к чему я веду. Довольно избитая. Плюс ко всему здесь нету, то есть здесь просто типа вот. Как на нас сейчас светит софт, и просто типа: О, ребята, давайте сфоткаем с руками, а давайте! И вы позвали всех вокруг кто, у кого были еще руки. А, то есть а, вы. Попытались отразить какие-то свои мысли, но, возможно, вам нужно смотреть. Э, возможно, вы даже закладывали какую-то идею в этот снимок. Но вам нужно всегда играть не на том, что сразу приходит в голову, а на э, более абстрактном чем-то. То есть ассоциативное мышление нужно свое развивать и включать еще больше, особенно когда ты пытаешься делать такие типа концептуальные фотографии, потому что концептуальность, концептуальностью, но это можно очень легко с, скатиться в какой-то Просто социальную рекламу, да, условно на какую-нибудь тему. Типа, если мы снимаем на тему насилия над женщинами, обязательно будет женщина с фингалом и плакать. Это не очень хорошо, этот самый прямой в лоб по клише сделанный посыл. Вот. А, следующий кадр в целом неплохая диагональная композиция. А, по цветам довольно приятно, но почему модель улыбается в таком неоновом свете? И заметьте, а, я хоть меня и подписали как фэшн-фотографа, вот, но я все-таки как бы отношусь к фотографии как к фотографии, да, ты можешь снимать, снимать фэшн, завтра ты можешь снять, не знаю, что-нибудь концептуальное, которое к моде вообще не относится, и здесь вот этот сарафанчик, он вообще не кстати, ну, такой, типа, красивый неоновый свет, разводы, все дела, но какой-то сарафанчик в микро, такую, микроцветочек или горошек, что-то такое, да, Uh, то есть, такое микродисперсная такая получается текстура, которая излишне создает, опять же, информационный шум. То есть, если бы здесь даже просто была какая-нибудь оверсайз, большая мужская рубашка, было бы круче, если бы она не улыбалась. Потому что тоже улыбка, как-то не кстати здесь. Вот. Ну и следующая фотка тоже, опять же, по клише. То есть, я вам советую uh, разнообразить свою насмотренность, потому что классика, когда снимают мужика, он либо смотрит на часы, либо поправляет галстук. Uh, либо стоит нахмуренный и куда-нибудь смотрит вдаль. То есть это вот три таких вариации, да, обычно. Или еще там как-нибудь руки там сложил. Типа, у меня снизу, чтобы здесь побольше были. Типа моряк Папай такой. Вот. Ну, типа, это такая классика, да, мужская. таких фотографий тоже можете миллион найти. Поэтому поработайте над внутрянкой, потому что по свету. Видимо, пытаетесь сделать что-то прикольное, но забывайте про основное, фотографии это не только как бы набор эффектов, да, которые вы можете показать зрителю. Я вообще так рад, что я так круто устроился. Не присылаю свои фотки, mm -hmm. а просто поддакиваю тем гостям, которых там всегда Гитленс приходят. И живу в своем маленьком уютном мирке, где мои фотографии нравятся мне и моим клиентам, и Так, поехали дальше. Александр. Алексеев, так, да. раз, два, три. Капец, некоторые ребята присылают фотографии, и тебе кажется, что вообще три разных фотографа снимала да. Особенно вот здесь это вообще типа очень прям а -а -а. разница все. Да. А, то есть от первой до последней фотки. А, первая фотография, ну, типа, вот там где парень достоит. Да, ну, типа, просто парень, просто на фоне. Ну, типа. Такая фотография, окей, для частного клиента. Вот просто пришел к тебе какой-нибудь начинающий музыкант, представь, что это начинающий музыкант, такой типа, чувак, запили мне фотку для альбома, я сейчас дропну, вот. Но на самом деле, ну, довольно простая фотография, то есть, ну, такого мы видели много. Мне кажется, что цвет здесь, кстати, вообще не нужен, я бы сделал в ЧБ, потому что здесь много фактурности, татуировки, э, там, штаны и так далее, графика присутствует за счет головного убора, да, банданы, а цвет здесь, по сути, цвет кожи и все. Да, то есть темно синие темно-синие штаны, темно-синяя бандана, она почти такая близка к черному, поэтому я бы сделал в ЧБ, это фактурнее бы, по крайней мере, выглядело. Вот, следующие фотки, ну, такая классика контента, да, для какого-нибудь... Ну, э такие очень приятные девушки. <связывающие> <связывающие> ну, да, то есть, ну, это, типа, я понимаю, зачем это может быть в портфолио, типа, снять лайв, э такую рекламу для какого-нибудь... Э Спорт... -э Центр растяжки, зала. не ну, знаю, да, да. да что-нибудь такое. Вот, но, как бы, в контексте, с, как фотографии, фотографии, мы все-таки сегодня разбираем не просто фотографии, да, все подряд, а креативные фотографии, это выглядит слабовато. А, а следующая фотография, так вообще как будто бы, я и говорю, как будто бы вообще разные фотографы снимали. Как будто начинающий фотограф живет э, в каком-нибудь ЖК, пошел, спустился на парковку, чтобы далеко не ходить. Свою подружку снял, просто сидя на, ну, на дороге, да. Э, крайне странно выглядит. Первое, как будто бы даже лучше по всему было, и по свету, и по обработке и так далее. Почище как-то, по крайней мере, смотрится. Быстренько метнемся, вдруг там есть комментарии. Э, э, куда кинуть фото, э, там отвечают в стриме уже. Но я еще раз повторю, что в телеграм-канале GetLens есть анонс сегодняшнего стрима с Максимом. И в комментарии, в комментарии к этому анонсу нужно кидать ваши фотографии. Смотрите. В описании, да. да. Смотрите описание к анонсу. А, Семен Егоров говорит, что все отлично с качеством, это хорошо. А, Игорь Гайдаров, ноутбук топ для работы с фотографией, это мой. Кстати, реально прикольно то, что экран не портит, изображение обычно, ну, все же говорят только маки такие, ну, Да это все фигня, смотри, он же зеленый. Вот это был для меня решающим фактором. Так. Успешные фотографы зачастую приходят к обучению, создают свои школы, курсы и т.д. Так как это приносит гораздо больше денег. И в этом нет ничего плохого. Кстати, Вот я тоже хотел сказать по поводу этого. М многие, типа, говорят там, особенно под моей рекламой, которая раньше крутилась везде, типа, да какой он, типа, топ-фотограф только обучать может, типа, а что ж ты тогда обучаешь, а не зарабатываешь. они зарабатывают. Они, да. И, типа, люди даже не понимают, как они в этот момент заблуждаются, и на самом деле они сравнивают. Условно, когда ты соло работаешь или когда ты выстраиваешь целый бизнес с большой командой, ну типа, ребят, ну камон, ну конечно это невозможно сравнивать с точки зрения заработка, это вообще бессмысленно. Это то же самое, что если вы бы продавали, не знаю, стояли возле дома шаурму или открыли бы э, какую-нибудь сеть этих шаверм, да, по всей стране, не знаю, по всему миру. Ну, понятно, что вы несопоставимые вещи приводите в пример. Спрашивает у Максима, какое ваше любимое фокусное расстояние. Uh, мой любимый объектив — это 2470. Я вообще обожаю на него именно снимать. Почему? Потому что у меня долгое время я сидел на фиксах. У меня было, был весь набор практически там 20, 50, 85, 35... И я просто задолбался жонглировать во время съемки, и все. И я понял, что, в принципе, я не пользуюсь открытыми диафрагмами, снимая от 4 и так далее. Ну, там, в крайних каких-то ситуациях, там, 2.8 могу поставить, но это прям, когда прям ты уже задрал Иса высоко, уже выдержку длинную какую-то сделал, да, и у тебя уже все болтается, непонятно в кадре. А, вот, и тогда могу. Но а так мне эти открытые диафрагмы нафиг не нужны. Я с удовольствием продался объективы и купил 2470. Анна прислала нам три фотографии, их и смотрим. Mm -hmm. Ой. Mm -hmm. uh, первый кадр... Мне нравится, по свету, по цвету довольно приятно. А, немного смущает то, что она сильно выпятилась вперед. Из-за этого пропорции тела в области живота и груди, ну, потерялась, да, линия вот эта вот. А, я бы чуть-чуть бы, либо не так сильно выгибался, вот, а, либо это на посте поправил. Вот. Но следующая фотка это, знаете, как типа как будто бы с мастер-класса двум фотографам дали задание, с ними и так, и так. Потому что в первом кадре есть такая гармоничность, есть линия. Кадр выглядит приятно и по настроению, и по взгляду, по всему. А следующая фотка: модели резко в этом платье. Смотрите, здесь очень классно показан как раз контраст. Сидит на какой-то коробке деревянной, да. Это очень странно. Во-первых, почему она в этой все обстановке, в футуристичном каком-то платье, сидит на деревянной коробке, вдруг это вообще разница, да? Это вот о подборе вещей в кадре. Если у вас нету нормального стула, лучше не садите модель. Сними. Вот, у вас есть один кадр стоя. Зачем вам еще? Да. И смотрите, как странно диспропорции тела. Во-первых, никогда не снимать когда человек сидит вот так вот. Когда человек сидит вот так, и, да, и прямо вот так вот снимает, потому что теряется полностью линия ног. Кстати, какие маленькие толстые ножки стали. Это не в, угу, в укор модели, да, это вот именно кадр так сделал. И пропорции тела полностью ушли с переднего плана. Получается, что ноги растут сразу, же чуть ли не от уровня груди, да, и сразу же плечи, то есть она так еще сгорбилась. Короче, здесь очень сильные диспропорции. Они портят кадр. Uh, ну, uh, второй, uh, ой, третий кадр uh, довольно похож с первым. Uh, здесь мне нравится переливчатость платья, более интересная, чем в первом кадре. Но здесь поза более слабая и как будто бы свет тумач, uh, вот этот вот цветной все везде такая каша получилась. А в первом кадре чище намного uh, на лице как раз модели, видите, такой легкий такой бличок снизу пролетает и по линиям чище. Вот. То есть, а здесь, ну, зато здесь платье немного в пересвет ушло. Ну, это чисто из-за того, что платье как зеркало, да, такое серебряное. Вот. Но первый кадр хороший. Далее. Пока Максим начинает комментить, mm -hmm. я прочитаю, попробую прочитать имя. А, ну, кадры видно, что, возможно, фотограф не, недавно начал. То есть, это выглядит такая, как фотопрогулка, опять же, с если кому интересно, можете найти меня в во ВКонтакте и посмотреть. А, мои фотографии не помню, открывал или не открывал. Но сегодня точно открою старые альбомы, посмотрите. Вот точно так же снимал, только гулял не по Лондону, а по Питеру. А, и фоткал девчонок один в один этого много, это не особо кому-то будет интересно. Вы найдете, если вы, допустим, там переживаете за клиента, не за клиента, вы найдете своего клиента, но это будет low price такие клиенты, условно там, не знаю, за 3, за 4 тысячи прогулочка по городу, вот типа такого уровня. А, понятное дело, что сегодня, опять же, в рамках эфира мы разбираем креативные съемки, здесь креатива особо нет, да? здесь ну, самая простая фотография, и, кстати, вот такая фотография, мне кажется, вот такие фотопрогулочки. Они в целом скоро себя вообще э, ликвидируют. Почему? Потому что есть телефоны, и все уже давно классно снимают на телефоны. Есть куча бесплатных приложух, которые тебе офигенно отретачат кадр за одну секунду просто. Э, и поэтому, э, ребят, э, как бы тянитесь не то, что к лучшему, а к более сложному, к более интересному, где вы можете себя проявить как именно креативный человек, как творческий человек в первую очередь. Потому что, ну, это просто фиксация действительности вокруг вас. Не больше. Давайте дальше. Веремей123 Елисеев. Звали автора. Секунду. Лёха. Лёха Хардстайл. Оф хард стайл, покажи нам. <laughs> Слушай, даже... здесь как будто тоже разные... Uh, uh, ну, uh, не, yeah. вот в первых фотках есть некая uh -huh. общность, на, на самом uh -huh. деле. Uh, мне понравился кадр, снятый через... Uh, uh, Терку, да. Типа, это вполне себе может быть, быть прикольная фотка для какого-нибудь шеф-повара в каком-нибудь uh, классном ресторане, да, в таком современном, модном. Uh, это классный кадр, на самом деле. И это даже, кстати, в принципе, я же еще в рекламе очень много тоже работаю, и снимаю очень много для рекламы. И, соответственно, вот такой канер. Рекламщики точно купят. То есть, вот это, это офигенно клево выглядит. Даже это, заметьте, да, это вообще никак не близко к тому, что я снимаю. Вот, но это классно выглядит. Первый канер. В целом, тоже окей. Мне нравится качество картинки, хорошее, очень. А, с точки зрения нету опять же перекрученности переверченности а, подойдет для какого-нибудь музыканта тоже не забываем что рынок музыкантов довольно большой сейчас его очень развит очень хорошо развит а, и им всем требуются фоточки для новых альбомов в принципе это тоже подойдет для какого-нибудь музыканта а, последняя фотка мне кажется <coughs> здесь тумач синий а, на лице и синие волосы как-то все слепливается и вообще вот когда используют такой Uh, и прям явно синий и зеленый оттенок для кожи, это всегда для зрителя выглядит не очень прикольно, потому что, uh, ну, типа, это всегда у нас ассоциации внутренние, да, что это что-то нездоровое. Ну, всегда зеленый или синий оттенок кожи это всегда что-то нездоровое для человека. Это, не знаю, может быть, какой-то мой загон личный, поэтому не воспринимайте это всерьез. Вот. Предлагаю чуть-чуть ускориться, потому да, да, что да, уже да. накидали еще фоточек. И. Чтобы не повторять ошибок прошлого, три фотки от Сансаныча. Mm -hmm. Ой. Сорян Сансаныч. Крутые фоточки, как будто. А, да, насчет типа времени, я понимаю, что нужно ускориться. Но многие комменты, которые я даю ребя ребятам, а, я думаю, что вы можете также посмотреть на свои работы, чьи мы, допустим, фотки не успеем разобрать, да, ну так получится, вдруг. И Поэтому вы можете также Посматривать на свои фотографии То, что я потому что эти ошибки встречаются У многих фотографов Вот здесь тот же самый синий, но он более Адекватно выглядит, потому что здесь есть телек И как будто бы это свет от телека Да, и он адекватно вписывается Этот синий, он более близок к белому Такому холодному Чем просто к такому синему-синему Неплохой кадр, мне нравится, хорошо Прикольно, что это именно телек А не просто как будто бы вшопленный шум вот, ну немного сочетания красного синего, мне кажется, всех уже подзадолбало. Можно было что-нибудь по приглушеннее может быть, использовать э, вот этот красненький. Ну и какой бы ты использовал, если не красный? Я бы использовал, может быть, чуть ближе к желтому, потому что это все-таки он типа лежит как будто бы в квартире, uh -huh. и это бы как будто бы, бы бытовой свет, uh -huh. вот, типа какой то такой тепловатый немного. Мне кажется, сюда бы хорошо подошел. Но э, все равно, как будто молодой стинг, может быть, и купил бы эту фотку. Не, а, камер нет. хороший. Я говорю, для музыкантов можно вообще креатив проявлять только так. А, классная фотка. Мне я бы вообще с этой девушки снял бюст, который мне. Мне вообще кажется, что когда используют белье в съемке, особенно с девушками, как будто бы белье все опошляет. Не знаю вот без белья эта фотография посмотрелась еще сильнее и прям вообще. То есть я понимаю, что здесь акцент на поврежденную кожу, да, было бы еще круче и прям в точку било бы. Это этот же автор, да? В целом неплохой портрет. Опять же, просил не присылать портреты, и все присылали портреты. Немного кольцо на указательном пальце отвлекает потому что опять же она в, э, в расфокусе но на темном фоне вот эти белые блики они сильно отвлекают э, вот наверное это бы я исключил а так в целом неплохой по композиции даже камер потому что в горизонталь когда снимают портрет обычно просто так это делают а здесь все так в меру заполнено понятно что у нас наши мега профессиональные гости э... Говорят в основном про фотки, но иногда очень сложно молчать, и я буду периодически вставлять свои три копейки. Мне вот очень понравились Сан Саныч, эти фотографии а, и с девушкой с поврежденной кожей тоже у меня личная история, очень круто, В очень фотки шик. Не, на, на самом взгляд. деле в кадры вот. хорошие, да, uh -huh. но просто то, что это только портреты, мне кажется, что ты можешь больше перестаньте сделать. присылать портреты, пожалуйста, на широкий угол что-нибудь с идеей, пожалуйста, хотя бы по пояс, ребят, хотя бы по пояс космическими головами, ну Артем, Артем, Артем Турдаков и его четыре кадра. Ай, 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 мы не показываем, подожди, попы. В кадре на ютубе заблочит нас так там, там вроде ничего не понятно да ну вроде бы ильяс э, здесь одетая женщина можно ли вот это не, можно не перелистывать ее да. думаю... максим знает я мастер по цензуре мне заблочили стоящую в углу девушку да 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 с скрещенными руками артема я уже знаю вот Второй кадр, мне кажется, это такая большая история под какой-нибудь NFT войнот, то есть в NFT такое могут купить. Я боюсь, что такого, в принципе, такого много, но в NFT такое могут купить, поэтому, ну, не знаю, как, как здесь прокомментировать. В целом, как бы под, под продажу, да, в диджитале неплохо подойдет. Но а так. Мне кажется, немного на странноватое наслоение в области головы произошло. Вот, я бы, может быть, вот там бы сделал полегче. Э -э первый кадр в целом неплохо. Э -э мне нравится, что свет снизу, я такое тоже люблю использовать. Но мне кажется, слишком простовато. То есть нужно усложнять точно. То есть просто снимать на цикле девочку в белье и в тренче. Мне кажется, что это уже как бы достаточно простовато. Да, то есть чуть-чуть хочется чего-то добавить. Не знаю, может быть, чтобы это была не цикла, а какой-то элемент интерьера, или даже просто, хотя бы, вот просто, э, типа стена, пол, да, это уже бы задало какую-то геометрию, объем в кадре, и какой-то элемент, может быть, там, кресло какое-то прикольное, или стол, еще что-нибудь. Ну, короче, чтобы немного поработать с пространством потому что слишком простовато выглядит. Ну а так, допустим, если представить, она же, очень прикольно встала, конечно. Да, здесь это... все красиво, ноги, там бедро, все по линиям, все отлично. По взгляду тоже неплохо. Такое подойдет, если мы будем расценивать фотографии не только же там для себя, для души, а допустим еще с точки зрения коммерции. В целом такое купит какой-нибудь бренд белья. У меня кажется, сейчас брендов белья будет очень много, они уже появляются очень много, и запросов на подобные съемки тоже достаточное количество. А, идем дальше. Идем дальше. Гриша прислал три фотографии. Угу. А, вот они. Нет, это перескочило. Да? Да, да, да. да. Извините, Гриша. Извините, Максим. Телевизоры сегодня заходят. Телевизоры, да. Потому что в какой-то студии, я помню, были он... много. Да, 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 да. И там все переснимали. Да. А... Кадры опять все супер разные. Начну с последнего. Очень странно, типа стилизовано под пленку, может быть, даже снято на пленку, но вы наверняка видите, как все ушло в пересвет. И это не прикольно. Плюс очень странная поза, вот эти ручки, да, такие ножки. Из-за того, что еще все в пересвете, э, модель превратилась в такой мешок с ручками и с ножками, да, то есть вообще не видно тела. Очень странный кадр. Да, я бы отбраковал такой кадр, если бы я выбирал. Здесь тоже что-то странное происходит. Модель. С... Вообще к татуировкам почему-то люди так посредственно относятся в кадре. А это же всегда, ну, это всегда картинка какая-то, которая видна зрителю. И я, допустим, в татушке, если это возможно, всегда заретачиваю моделям, которые вообще не в кассу, типа, к съемке, да, например. Вот. И здесь, типа, вообще не в кассу какой-то кораблик с солнышком, какой-то глаз. Потом такой мейкап в стиле Драг Квин. Потом какой-то череп, кусок челюсти, да, она держит. И какие-то телеки сзади, и все еще немного такое, как будто шевеленка снято, и цветное. Короче, очень странный набор каких-то а не знаю. Предметов, да, назовем это так в кадре, которые вообще никак между собой не сочетаются и даже не создают эклектику. Можно сочетать несоче... сочетаемое с несочетаемым, и это называется эклектикой, но здесь эта эклектика не срабатывает. Ребят, будет очень круто, если, допустим, Максим не понимает идею снимка uh -huh. а вы такие сидите слушаете, и говорите: да блин вот у меня идея это была такая на самом деле вот какая была uh -huh. это не просто челюсть кита и <сих> кого там у меня вот как как все здесь работало обязательно пишите да. об этом в комменты, мы зайдем и пишите почитаем. но смотрите мое отношение такое потому что к любым идеям в кадре я отношусь очень смутно потому что первая идея не нужно объяснять. То есть вы должны сделать так, чтобы вам не нужно было объясняться потом, да, и отчитываться перед каждым зрителем, что да нет, вот здесь вот это вот на самом деле заложено. Вот. И второе, на самом деле, к любой фотке можно притянуть какую угодно идею через вообще любые посылы, через любые символы и так далее. Поэтому как бы кадр должен сразу сам за себя говорить. Но прочитать нам все равно будет да, интересно. Но важно. прочитать будет да. интересно. А... Так, э, я не смог прочитать имя человека. А здесь, получается, только две фотки, да? Вот была еще одна, по-моему. Она не открылась. Да, нет, вот три. Вот третья, вторая, вот первая. Ага. Девушка по имени Вейхо. Извините, mm -hmm. если неправильно прочитал. Не понимаю, как прочитать. Итак, ребят, в этом кадре я бы больше показывал лица, например, там как-то хотя бы частично глаз, например. Uh, круг очень странно обгрызанный. <laughs> это точно бросается в глаза, потому что он на переднем плане и занимает, ну, процентов... 30 от фотографии, uh, может быть, нужно было поровнее, чтобы он был, да, чтобы какая-то геометрия задавалась, что-то это рванина такая откусанная, <laughs> которая в расфокусе, очень странно, опять же, помним про контрастные пятна, наш взгляд всегда, вот он такой козлина, он всегда будет цепляться за вот такие штуки. Uh, следующий кадр неплох, и по композиции в целом, и по свету, и по цвету достаточно приятно сделан. Uh, следующая фотография, uh, вот здесь уже немного странно выглядит, потому что uh, как будто бы и, и то, и все, и пятое, и десятое, то есть и модель вроде позирует такая... Типа как гимнастка, и какая-то ткань летит, и такой и зеленый, и красный свет. Вот э, вообще, когда смешиваете э, два активных цвета, то есть такой активный зеленый и активный красный, э, лучше всего э, используйте еще какое-то, допустим, вкрапление чистого света, белого, без цвета вообще. там Может быть на контур как-то пустить. Может быть, еще каким-то образом. Потому что так фотография выглядит слишком перегруженной. Вот. Я бы сюда точно добавил какого-то чистого цвета еще на модель, может быть. А, Максим, опять э, стрим э, в разгаре, и нам накидали mm -hmm. прям фоток серьезно, поэтому предлагаю чуть-чуть да, ускориться. Да, да, Следующий давай. автор уже присылал фотки. Э, его были предыдущие вот работы а, всё, с да. тогда японской дальше. девушкой. Да, тогда э, Гриш, поэтому прости, пожалуйста, мы тебя проматываем. Э, и в чат заходит Оренбург. Здравствуй, родной город. Денис Наружных прислал свои фоточки и не поскупился, прислал много фотографий, причем а? тоже те, которые я не уже отправлялись. Ага. И даже я тут засветил, мой хороший, я сижу на фоне машины. Как удобрить судей? Мне вот мне нравится именно, когда я просматриваю твои фотографии, как бы не по одной, да, вот, а именно вместе, вот, как мы сейчас листали, они создают довольно приятное впечатление о фотографиях, но я такого видел тоже много, то есть это была даже какая-то плеяда фотографов, так, так называемый такой Fine Art, да? а, помню там Софи Черных была какая-то такой фотограф, mm. еще кто-то в таком стиле, очень много я видел, вот на рубеже примерно а, 14-15-16 год, вот примерно в этом, в этом периоде очень много фотографов таких было. В целом, мне нравится, мне нравится цвет э, в кадре, то есть, нету опять же, перекрученности. Вот, допустим, эта ЧБ-фотка очень клевая по композиции, по всему. Вот такие сюжеты послабее выглядят. Да, здесь акцент на, да, там, на ногу, допустим, парня. Да, вот на эту такую э, контрастность, да, деталей, вот. Но, опять же, такого тоже много видел, да, то есть... Вот. А вот этот кадр прикольно, Именно цепляет свою геометрию и какого-то такого стра странного какого-то момента ожидания. Есть некая напряженность даже. Возможно, как раз из-за линий. Вот этот кадр очень клевый и, мне кажется, он чем-то даже выделяется среди остальных таких более концептуальных как будто бы фотографий. А так хорошие, приятные кадры. Мне нравятся. Все отлично. <таспорщики> Автор с... по имени Шеф прислал три <таспорщики> фотографии. <таспорщики> нету голостей. Там спины. <с> 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 а, очень странный набор фото фотографий. А, Последние кадры вообще не понимаю, что происходит. Как будто это бэкстейдж при съемке клипа. И к парню, к этому закреплен на поясе какая-то камера. И он, видимо, что-то там делает. Ну, странно выглядит. Крайне странно. И Типа, ну прикиньте, типа, как будто бы, окей, мы представляем, что это модель, и он реально позирует, а тут просто как будто парочка лежит голая, обнимается. Ну, это типа, вот. Да, такая типа просто бытовая обычная фотка парочки, которая валяется на диване вечером. Очень странно выглядит. Ну, типа, понимаете, да, это типа очень странно. Второй кадр. Мне кажется, зря вы так все залили красным сплошняком, это вообще здесь не подходит. И даже если вы хотели сработать на графике, например, да, можно сочетать, допустим, черное с красным, это тоже такая замена ЧБ, да, черного и белого, очень отличная причем. Но, если даже так расценивать, смотрите, как, и, как парень просто превратился в какой-то мешок из которого, э, с ножками э, короткими, э, торчащими в обуви, но это странно по пропорциям, и как будто он ковыряется в ухе сидит. Очень странно выглядит. А, а первая фотография, ну в целом такое типа Тарантино бы оценил, он любит ноги в камеру сувать. Вот, мне кажется, слишком пережженная область возле лица такая прям едкая, да, прям желтая, такая еще и горит прям. Я бы сделал точно полегче. Вот как-то так. Автор по имени Владислав прислал кучу фотографий. Причем заметь, как типа первые три фотки вообще ничем не отличаются, как будто бы Владислав здесь экспериментировал с экспозицией. А, что будет, если я сниму с, обычной, с обычными настройками вечером? Что будет, если сниму вечером со вспышкой? И что будет, если я удлиню выдержку вечером также? А, ну, как бы расценивать это как фотографию-фотографию я бы не стал, потому что видно, что Владислав, да, он еще возможно еще экспериментирует и изучает вообще, как работают и взаимодействуют там, не знаю, э в снимке Поэтому а, я бы полистал дальше, посмотрел. А, ну, видно, что он такой Блин вечером прикольно снимает. А реально вечером прикольно снимать. Да, это не просто типа, вышел. И те даже самая серая улица, в, когда витрины светятся, прикольно освещена и интересно себя подсвечена. Но, Владислав, на этом не останавливаемся. Идем дальше. Попытайся придумай себе какого-нибудь героя, которого бы ты поместил в эти кадры. Потому что здесь как будто бы набор твоих друзей, с которыми ты прогулялся вечером и пофоткал их возле дома там, ну или в каком-то месте. Поэтому усложни, придумай себе какого-нибудь героя, а герой может быть вообще кто угодно. я недавно посмотрел, допустим, историю Тренча, да, вот классического такого бежевого английского и там э, эта вещь, которая просто вот сама по себе вещь, очень стала иконичной для многих фильмов, прям целых десятилетий, да, там всегда э, всех крутых мужиков одевали в тренчи и в шляпы, и они такие типа крутые, да, там дымили. И это типа, понимаете, это вещь с характером, вот э, достаточно просто вещи с характером, одно это вам не обязательно звать стилиста. И придумайте, какой герой, чем он будет делать, куда он будет идти, о чем он будет думать, все. И снимите в этих же, в, с этим же светом, будет классно. И Макс очень важную вещь сказал, которую я и себе на сивы ус намотал, наматываю. Усложняйте. Это очень, mm -hmm. очень круто, очень важно, потому что хороших портретистов, ну или просто ребят, кто научился качественно снимать людей, действительно много, чтобы как-то выделяться mm -hmm. на этом уровне, достигать уровня Макса, и, может быть, перепрыгнуть его, просто усложняйте. Как будто жалгаз это тоже. Из моего родного Оренбурга, как будто Вроде бы три фоточки. Mm -hmm. Ну, вот, э, смотрите, здесь примерно такой же уровень, как предыдущий, был у, у Владислава. Э, здесь у тебя почище, по качественнее сама картинка, но суть не меняется. Причем что я не понимаю, почему ты не убрал, да, салфетку. Вот даже где девушка Ой. сидит. Это достаточно грубо выглядит, да, как будто кто-то просто. А, стоп, вкинул. да, там Макс там написал, жалгаз, да. что. что без, Sorry, коррекции, что без ретуши. коррекции а ретуши, Ну, да. окей. А, тогда, тогда этот комментарий, от... mm -hmm. комментарий отменяется, но все равно, фотографии выглядят а, слишком просто. И заметьте, как, допустим, почему? У меня многие спрашивают, типа. Как, с каким светом ты снимаешь на улице? Я всегда отвечаю, ни с каким, ребят. Зачем выйдет на улицу, чтобы снимать со светом? Вечером, да, там можно что-то подсветить, но когда ты снимаешь в целом, вот у тебя золотой, э, золотой час, да, как раз вот закатное солнце видно, ты можешь снять с очень крутым, приятным светом. А зачем тебе брать студийную вспышку и вот попробуй абстрагируется, вот, допустим, на эту фотку посмотри, как будто парень стоит на, на фоне фото обои. Вот такое впечатление складывается, да, как будто это даже не улица. И это вот странно, типа, если ты это, допустим, ты снимаешь для бренда одежды, окей, там нужно использовать свет, чтобы там типа, одежда была хорошо видна. Но для себя попробовал, хватит, все. Мне кажется, что это несочетаемая такая история. А я периодически снимаю вот так еще. И мне нравится. Жалгас, молодец, братан. Так, мы быстренько сделаем крем в сторону Ютуба. На секундочку. Только он пропал, подожди, подожди. Это же мой ноутбук, я должен знать, как открыть YouTube, вот. Um, нет, здесь такие кадры, они oh. имеют место uh, быть, но я к чему говорю? К yeah. тому, что опять же, casual, да, типа парень идет за, за ручку, улыбается с девушкой. Ну, это странно выглядит, очень прям неестественно, вот. Максим, поговори, пожалуйста, еще да, да, немножко да, да. про... Я с удовольствием с вами поговорю, ребят. У меня хоть немного что-то сегодня побаливают, причем я не кашляю, не чихаю, мне просто дерет горло весь день. Я уже бахнул супчика с перцем красным, ядреным, думал, у меня пройдет, и что-то все не отпускает. Ты просто не то с перцем бахал, потому что все мы знаем, батин совет, когда болит горло, что надо делать. Так, один момент, мы заглядываем быстренько в ютубчик. О, oh, как круто, что вместо нас отвечает GitLens. Макс, какое твое любимое пиво и вино? типа, причем это либо-либо. Подожди, это как-то связано должно быть с фотографией? Не знаю, я в последнее время вообще, не последние годы два очень мало пью. Не то, что я там, типа, зашился или что-нибудь такое, нет. Просто от алкоголя меня окло, клонит в сон. Дико клонит в сон. Я начинаю зевать и, и все. И мне это не прикольное состояние, я люблю, чтобы чуть бодрячком быть. Этот же человек по имени Данил спрашивает, что там у тебя макс с волосами, много уже выросло? Могу показать, вот, у меня вот. Прям мощно. Вот так вот, да, потом мы всему седину и видно. Но я на самом деле порывался буквально сегодня опять побриться, потому что меня бесит вот это вот состояние, когда во все стороны волосы лезут и вообще ходишь как непонятно. Так хорошо, что пока волосы еще имеют... <laughs> свойство лезть во все стороны, у меня уже нет. Жалгас, кстати, написал, что впервые использовал вспышку на улице, просто цеплял с улицы людей. Ну вот, я так, так, это читается в кадре, что ты именно техни сосредоточился в фотографии именно на технической части, а не э, как показать, не знаю, себя. Следующий автор э, Машашкин. <смех> <смех> если я правильно прочитал, извините, ребята, если читаю неправильно. А, мне нравится. Девушка, да. Мне нравится первый кадр довольно. Вообще, я люблю еще, почему я попросил тоже по три, не по одной фотке, например. И когда ребята кидают, типа, такую мини-серию, это клево посмотреть, как они работают с серией. Потому что у нас, опять же, очень много фотографов, кроме того, что научились снимать портреты, они не умеют... Да, вот портреты, один кадр, например, да. Но они, типа, не умеют вообще никак работать со сериями. Типа, вот, я могу сделать 2-3 кадра. Все. А, а все остальное это просто будет набор поиска ракурсов и углов. Одного и того же, причем. Вот. И с сериями дикая проблема у фотографов вообще. То есть они не умеют развивать. А, здесь мне нравится а, первый кадр и последний кадр. То есть. Чуть-чуть бы побольше воздуха в последнем кадре по бокам, да, чтобы и чуть, может быть, снизу еще побольше, да, взять. Ну, а так неплохо выглядит. Серединный кадр тоже хорошо. Мне немного смущает вот этот набор какие-то косухи, какие-то пальто не в попад. Было бы прикольно, если бы они также все стояли, допустим, в этих пиджаках. Это такой бы Питер Линберг бы получился на минималках, да, то есть было бы прикольно. А так немного странно, эти косухи немножко выбиваются как будто бы. Вот. А так, ну, неплохо, прикольно, мне нравится продолжать в том же духе. Мне нравится, что вы, во-первых, используете не одну модель, а несколько. Это уже сложнее процесс, чем просто одного человека снимать. И есть некое раскрытие атмосферности в кадрах, это прикольно. Мне очень понравились фоточки, Машашкин. А еще есть у нас очень смешной коммент. Илья Алексеев пишет, что... Э Макс как будто с батей сидит за разбором домашки. Это очень смешно. Да, батя такой пельмени поел, такой говорит, ну да, ну вот, в принципе, норм. Друзья, шички, лайки, пожалуйста, ваши ставьте, потому что на GetLens все будут смотреть, сколько лайков собрал этот стрим. И если их будет много, то, конечно, стримы будут продолжаться. Ну, они и так будут продолжаться. Потому что GetLens делает все, чтобы вы, мои хорошие, становились только круче. Едем дальше и... Ворна, Ворна прислала три фотки. Или прислал? Не забанят нас в YouTube. Sexual activity. Ну, мы быстренько пролистали, кто хочет продолжение, заходите в комменты, листайте, смотрите, наслаждайтесь. Что, ну... В целом, стандартная такая тоже история, выйду в поле, поснимаю девушку в трусах и, и без. А, мне кажется, немного грубовато, те кадры, которые я увидел за несколько секунд, пока мы не переключили, чтобы нас YouTube не забанил, пошловато подана такая, знаете, подача, типа, ну что, хочешь, хочешь секса, хочешь, хочешь, вот, ну это типа очень странная подача, то есть, если ты снимаешь девушку в поле, какую-то раздетую, Uh, мне кажется, надо более эстетично это показывать. Вот, мне кажется, я бы так это прокомментировал. Александр Исаков прислал три фоточки. Uh -huh. И сосочки не замазал. Ну, потому что мужские кому не нужны. Я уже не знаю, чего ждать от соцсетей. Нынешних вдруг скоро придется и их убирать. Мне кажется, да. А можно, прикиньте, какой лайфхак, вставлять мужские соски на женскую грудь? И проверить, короче... Проверить, забанят или нет? А что, это, в принципе, вот социальный проект. Почему нет? Ну, типа... Что за дискриминация такая, mm. да? Вот а, Первый кадр, мне кажется, здесь как раз-таки контрастные пятна играют еще и в углу кадра. Пересвет, такой жестокий прям пересвет, прям белое пятно горящее. А, сильно, сильно отличается по контрасту еще и, ладно, если бы она забалансирована как-то было, там на фоне что-то еще было бы такое, или в принципе выбитый бы фон. Но видите, как здесь такая плотная картинка, да, нету сильных хайлайтов. И тут такой с угла, прям горит белая-белая такая звезда. Сильно отвлекает от модели. А, здесь ничего не понятно. Очень много черноты и красный. И фотка выглядит дико тяжелой. И торчат немножко какие-то на фоне веточки. Ничего не понятно. То есть нужно было. Если это, допустим, фотография построена на линиях, давать больше линий. Потому что. И слева и справа снизу, да, в углу вообще ничего не понятно и не видно. Вот абсолютно никак не читается. Тут еще какое-то наложение, как будто бы. А, да. Это как будто ноги или руки. Как будто бы мультиэкспозиция, которая тоже как-то здесь не работает. Так, поехали дальше. А мне понравилось. Нет, эта фотография, она имеет место быть. Да. Но вот э, здесь как бы, вот с этой части очень много пустого. То есть, а кадр, он должен как-то раскрываться. Тут как-то слишком много пустоты. Э, следующая картинка. Меня немного смущает. Э, я, я даже знаю, что это такое. Это парашют, ребята. Mm -hmm. Я недавно снимал, я просто узнаю эту текстуру. Вот. Э, и этот парашют, он здесь не дает не дает легкости, он здесь выглядит как брезент, э, не знаю, на дачу у бабушки, она картошку закрывает таким условно, да, очень похожий материал выглядит, то есть нету какой-то легкости, да, ради чего вы это использовали, как будто бы ему просто на голову свалился вот этот брезент, пакет, непонятно что. То есть, э, если вот отрезать просто визуально по границе вот этого сваленной ткани на голову, выглядело бы неплохо. И загнать еще, допустим, в ЧБ, потому что здесь цвета как такового нет, а фактуры много, выглядело бы прикольно. А вот этот э, пакет, который на голову упал, странно смотрится. Макс, я предлагаю чуть-чуть прям ускориться, потому что еще много прям фоток. Александр, Алексашин, э, так, э, Александр, наверное, только спину вот мы можем показать из... Ваших фотографий. Ну, такие. Я называю это такая а, наивная романтика, да, когда человек а, берет в руки камеру с не особо какой-то насмотренностью и раскачанным вкусом не обижайтесь. Реально, вкус свой надо прокачивать. А, и это не вам, конкретно я говорю, а вообще в целом. Вот. А, и как бы. Вот я сейчас смотрю еще другие кадры, да, которые бы нам YouTube забанил. А, очень наивно снято, типа девушка с тазом или девушка с одеялом сидит на краю, и это бы даже некрасивые красивые какие-то греческие виды на океан, там условно, да. А это просто какой-то а, карьер, вот. И это странно выглядит. А первый кадр так вообще кирпичная стена. Девушка в тату натягивает на себя труселя и показывает нам грудь. Это тоже слишком пошло выглядит, и так лучше не снимать. А, три фотки от Паши. Паша. Mm -hmm. Паша Хар а я сразу вижу, что Паша любит очки на моделях. <laughs> вот. Первый кадр мне нравится. И сейчас объясню, почему. И Потому что здесь нет перегруза в аксессуарах, вот заметьте, как в следующих картинках очень много всего в кадре происходит, да, то есть вот здесь, допустим, и модель очень странно нар... нарочито держит так рукой себе куртку, да, вот это вот, какие-то цепи, серьги, красные губы, яркий маникюр какой-то козленок на пальце и держит еще клач. вот это просто, знаете, такой типа стрит-стайл из 2000-х годов вот, для, блож для бложика вот этой девушки. А, вторая фотография в целом уже чуть поинтереснее, но опять же вот это вот, да, нарочито держит за ворот и торчащий в этот, -то Я туплю фонарь из головы Тоже странно выглядит Я бы эту фотку в ЧБ сделал Потому что когда, есть, когда снимаете вот просто на улице Почему ЧБ фотки классно выглядят, вот в такой движухе всей, потому что скрывается этот весь э, информационный шум, да, и акцент идет на модель. А первая фотка, вот почему мне не нравится, лаконичность, здесь нет этого перегруза, нету каких-то аксессуаров, нету какого-то вошканья за спиной лю людей, непонятно чего, чё, просто что по, попало, да, по, по, вот сзади вот у нас нарисовалось. Очень лаконичные прямые линии, все четенько, по одежде тоже, поэтому, мне кажется, первый намного выигрывает. Три фотки от автора Владимир Форестер. Mm -hmm. а, ну, опять же, такая типа съемка для какого-нибудь тиктокера, рэп-музыканта -рэп какого-нибудь. Ну, ничего в этом не вижу такого классного. А, простые фотки. Честно, вот такого много кто снимает. Ну, я думаю, что парень, если бы заказывал съемку, в целом остался бы доволен. Uh... Иван Васильев отправил на суд три фотокарточки. Угу. Угу. Очень переретачный портрет. Причем видно, что он настолько переретаченный, что где-то оставили места и прямо они вот... Короче, если сравнить вот здесь кожу, и вот здесь кожу, видно, что вот здесь вот не стали ее ретачить, потому что задолбаетесь с текстурой, а скилла не хватает пока. А вот здесь хватило скилла, убрали, прилезали и оставили. Вот. но так лучше не делать. То есть вот так вот не ретачат фотки уже давно. То есть все-таки больше за натуральность сейчас оставляют. Uh, этот кадр вроде бы неплох, uh, то что здесь игра такая, типа на отражение, но вот этот палец пистолет у модели немного странновато выглядит, и странновато опять в углу. Вот границы кадра это всегда красная зона, которая цепляет взгляд зрителя, uh, зрителя. И здесь, вот, обратите внимание, просто ни с того ни с сего, на серо-темном фоне. Такой белый бам, какой-то внезапно взявшийся плафон. Вот это тоже лучше избегать. Как я уже говорил, очень... Ну, здесь по свету хорошо, потому что, смотрите, здесь не просто забито все красным, да, фон все-таки остается чистеньким, да, и граница такая видна, графичность задает. Но... Ну, просто фотка, просто девушка в ботфортах просто сидит на цикле. Н ничего такого. Странно выглядит. Илья Костюченко и три mm -hmm. 3... фотографии. Uh -huh. Только не говорите, что это часть от туалета. Очень похоже. Блин, я боюсь, ничем иным это быть не Но, если честно, опять же, это, знаете, вот это... Я ни в коем случае не хочу обсирать креатив людей, да, типа, вы снимаете на таком уровне, на котором снимаете, все, ну, что тут еще можно говорить, uh может быть, через год вы вообще превзойдете -huh. всех вообще и будете самым, самым крутым, вот. Но это такая же типа, дешевая романтика, как типа снимать девушку в, в каком-нибудь одеяльчике, там на берегу залива, да, например. И девушка, типа, знаете, в какой-нибудь рубашке, в противогазе, и чашкой чая. Я тоже такого видел много. Еще, знаете, до того, как я начал вообще фотографировать, поэтому. Еще и с этими обломками очень много всего наваливается. И какой-то топор типа с кровью. Аля, наверное, какие-то вы отсылки сюда закладывали. Но выглядит как превью к знаю, сериал, сериалу «Чернобыль». Типа такого. Какой-то такой заморочки. Который сняли на Свердловск гостелерадио на «Фильм». Да, что-нибудь такое. Но Илья... Ты красавчик, просили креатив, креатив прислан. Вот этот Хорошо, кадр мне что нравится, Да, больше по цветам приятно, очень по гамме. В целом можно как бы застилизовать всю съемку так под такой типа олдскульный постер или типа олдскульные скрины из фильма, как будто бы это ну это на намного лучше выглядит, чем девушка с противогазом на фоне части от сельского туалета. Ну и последний кадр просто портрет с манерными руками. Возможно, это какая-то танцовщица или актриса. Почему-то так любят сесть, снимать актрисы, танцовщиц. Этот язык тела, который, мне кажется, в фотографии особо не раскрывается, только на видео. Вот. Мы метнемся mm -hmm. в ютубчик, чтобы почитать комменты под стримом. Uh, так. Uh, mm. Тот самый фотограф пишет Рад, что фотка с веточками зацепила внимание и заставила всмотреться. Это, я так понимаю, да, это там красно черное да. да. Здесь а просто публикуют, а и мы даже не смотрим. Не... не Лучшая фотка стрима с противогазом. Реально класс, э пишет автор под именем Русская весна. Э -э Эрнест Рыман, ребят, многие работы не успеют посмотреть, поэтому лайкайте, надеюсь, таких стримов будет больше, и к следующему успеем. Кстати, друзья, э, можно, наверное, присылать свои же работы, которые мы не успели посмотреть на каком-то стриме, если вас, конечно, интересует автор, который будет разбирать эти работы. Можно присылать их на следующий стрим, если Максим сегодня не успеет что-то посмотреть, высылайте mm -hmm. свои работы какому-то другому автору, может быть. Все получится так, как сегодня с первой съемкой, которая пришла к нам от, от стрима с Яном Меф. Многие боялись ваших комментов. А вы нежнее шелка. Надеюсь, я с правильным выражением прочитал. поэтому мы Наверное, ребята просто не смотрели мои другие эфиры. Я тоже разбирал фотографии. И... Да, просто Максим раньше был э, лысый, поэтому его все боялись. А теперь он вот с волосами добрый. Еще комменты? А у меня не открываются больше комменты, я их ну не да, вижу. Там, типа Макс лучше Яны Меф, хотя бы потому что нет высокомерия, пишет Александр Федорович. А я человек, который сидел с Яной тут и... А, хотя, ну, я же не отправлял свои фотки ей на суд. Хотя я показывал ей свой инстаграм. Мне Яна совершенно не показалась высокомерной. Я буду и впредь защищать Яну Меф. Она прекрасная девчонка. И мне мне кажется, вообще вот фотографы, по крайней мере, у нас почему-то в индустрии, они так... Знаете, как спортсмены, как будто кто дальше, кто выше прыгнет. На самом деле, блин, вы все занимаются творчеством. Здесь нету такого, что кто-то дальше или быстрее пробежит. То есть, ну кто творчество невозможно измерить ни одним секундомером. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Невозможно замерить линейкой, кто куда там пролетел и так далее, или выше, или вперед. Ну, то есть, это творчество. Здесь нельзя вот эти вот стандартные использовать э какой-то гонки, вооружений, Не знаю, там, у кого круче камера, у кого круче свет у кого там круче композиция, это бессмысленно вообще. Мне кажется, здесь все фотографы равны, просто они снимают на одном каком-то определенном своем уровне пока, а потом они вырастут. Я тоже снимал говно вообще, я полное вообще отстой снимал, безвкусицу, просто такую ужасную. Я даже это не стыдюсь и показываю. Мне наоборот прикольно показать, типа, смотрите, ребят, какую херню я снимал. И как я убого, не знаю, ретачил. А может быть где-то существует тот самый божественный секундомер для творчества? Просто мы не знаем. Все, мы пролез, мы прочитали все комменты почти. Там э, остались комменты про соски. Макс, а если просто заретачивать женские соски полностью, чтобы их совсем не было на выходе и были просто бубы без сосков? Бубы прекрасные. Не, к сожалению, социальные сети. Они устроены так, что они считывают процент обнаженного тела, а потом они, там еще кучу всяких внутренних надбавок. Условно, если вы даже заретачите, например, или грудь не видно. но, допустим, может быть, вы сталкивались с таким, что фотку удаляли из-за того, что модель, например, держала э, грудь вот так рукой. И типа у них это называется тоже sexual activity: типа модель себя как будто бы лапает, да, и призывает к действиям мужчин или женщин, поэтому они это банят. Ну, то есть, понимаете, да? Тут как бы дело даже не в сосках. А в том, что Инстаграм стесняется женского тела. А в музей недавно ходил, и там столько пиписик насмотрелся, что вы просто офигеете. Пушкинский музей. Пиписки. Так, Ольга Ольга прислала три фотографии. И все они черно белые там как будто пиписька даже на одной. <связано> как в Пушкинском музее, точь-точь. -точь. <связано> Почти. А, мне на самом деле нравится ритмика из стульев, теней. А, прикольно, вот обыгровка пространства интересная. Мне не нравится, что слева в крайнем углу, да, вот в верхнем, видно а, источник света, вот. Мне кажется, его точно нужно заретачить, и будет неплохо. А, Это мы кадр быстренько пролистнем в избежении, да, блокировок. А вот этот в целом, да, то есть здесь уже как будто бы поинтересней Черт, что происходит Может быть, шлем Какой-то на голове лишний, мне кажется а, Если бы вот без него Возможно, смотрелось бы прикольней И когда снимаете с дым-машины, ребят Возьмите, не знаю, маленький отражатель или даже вот сидушку со стула, да, вот с таких стульев точно сидушки снимаются, и разбейте дым, чтобы он был а, не клубами, как будто кто-то накурил в помещении, а именно таким туманным немножко, более густым, да, вот как кино, когда снимают, там они используют не дым-машину, а хейзер, это а, машина, которая создает именно туманность, такую плотную атмосферу, а не клубы дыма, и тогда это смотрится еще вкуснее в фотографиях. Так, это, наверное, уже другого участника Давайте так. Прости, пожалуйста, отвлекся Тимур Рубцов Так а, Тимур как будто бы скинул Просто какие-то бэкстейджи а, И все Странно выглядит кадр Типа много всего лишнего В картинке а, Последняя фотка Вот где на цветном фоне Неплохо но ну, опять же, если расценивать, что это типа какая-то типа коммерческая работа, например, для бренда одежды, да, и вот они там такой масс-маркет, да, сегмент. Единственно смущает тень. С такими тенями я всегда своих учеников говорю: ребята, вот такие тени вам враги, потому что здесь видите тень очень неэлегантная, а таким жирным куском, и взгляд зрителя за это будет тоже цепляться, в том числе вообще. И, ну. Вот такую тень лучше исключать, то есть подвинули источник, чтобы тень хотя бы немножко закрыть за модель, либо наоборот в другой бок, чтобы тень выходила такой полосочка из кадра, да, куда-то влево, например. <весещён> <пос Laurits> Парень президента, ребята специально что ли Ники себе придумывали? Это как я играю, короче, в онлайн игруодну. Лига Легенд называется, и у меня там тоже ник «Продам гараж дорого». И там мне спрашивают все, почем гараж. Так, вот опять же стандарт, да, типа синий и красный, сочетаем, получаем вот такое. Избитая тема лучше, ну, работайте интересней со светом. Немного мертвая модель какая-то вся на фотографиях. То есть она просто стоит, у нее никакой взгляд, ни странные позы, очень неуверенно себя чувствует. И в таких ситуациях я а, работаю с кадром так. То есть вы берете, наполняете кадр чем-то более интересным, чем просто модель. Ну, условно там, придумали что-то с локацией, там, какие-то абстрактные вещи, да, там применяете в кадре и так далее. Там свет какой-то прикольно поставили. Вот на, на дальнем плане, допустим, на ростовом, да, вот следующий кадр. Да, пусть он просто ничего не, не делает, но там свет будет завершать всю картинку. И здесь, кстати, свет приятный достаточно и по цвету, и Контрастности. Мы вынуждены ускоряться. Да. Я вижу, что очень много классных работ там дальше люди прислали, а и очень можем мало знаешь, времени остается. Да. Мы можем типа одну с конца, одну оттуда. Одну с конца. О, это круто! И, типа, чтобы никому не было обидно. Да, есть одна проблема: я не умею быстро а -а. мотать. А -а -а -а. Видишь, как я мотаю. Ну, давай, вот это откроем. Владислав Бессонов и три фоточки с мостом. С мостами. Uh, Владислав точно сильно перемудрил что-то с ретушью, особенно вот тут. Uh, так никогда не делайте. Это отличительный знак uh, начинашки. Вот. Uh, то есть побаловались и хватит, поехали дальше. Потом вот эти перекрученные каналы вам, может быть, пригодятся, но здесь это вообще не катит. И, ну, и странно, как эта девушка на мосту, хотя вот этот кадр по компоновке неплохой. Немного странно, она стоит вот так вот смотрит куда-то вдаль, да, как пионер, я не знаю. А, и смотрите, как вы испортили девушке лицо. Просто своим ракурсом и светом. Очень странное лицо из-за того, что почти нету перехода, никаких скул, скул и так далее, э, и шея. То есть это все выглядит, э, короче, у нее лицо превратилось в палец. Вот представьте, что это палец, и вы все поймете. То есть как будто бы <laughs> это просто вот единая конструкция, да, такая прямая. Неожиданно знаменитый школьный фотограф Андрей Уваров прислал нуарную фоточку с лучом света на глазу. Если мой палец будет двигаться быстрее, мы ее посмотрим прямо сейчас. Итак, Андрей Уваров заглянул на огонек. Привет, Андрей. А -а -а я бы здесь, что точно убираем пересвеченный кусок, э да, вот сверху. Это точно. А -а мне кажется, здесь нужно кадрировать крупнее. Немного смущает рука на переднем плане. Такая же тоже сбоку вот кадра, да. Мы видим, что это что-то, ну, рука. Но тоже... С странно короче разбегается глаз когда ты смотришь потому что мы видим кусок стула потом луч на глазу потом контровой свет у нас пушок такой потом выжженный кусочек сбоку и еще рука немножко такая тоже просто размытым каким-то абстрактным элементом да то есть ни туда ни сюда и вроде портрет с глазиком а с акцентом на глаз а вроде и сзади что-то какой-то стул и там какой-то пересвет и какая-то рука и очень много места то есть я бы делал крупнее намного мне кажется, молодая учительница сказала Андрею: выгоняй своих школьников, доставай свой этот фонарик и, и сделай, сделай свой, со мной это Доставай этой спотлайт и делай самую тоненькую полосочку, которую только можешь себе представить. Какая у тебя тоненькая полосочка, Андрей? Сказала она ему. Так, едем дальше. Евгений. Как шарин Рин? И несколько mm -hmm. фотографий со стулом. А, секунду. Mm. Да, это mm -hmm. все присланное. А, мне нравится первый кадр. Здесь прикольно совпало направление майки и направление теней в кадре, что я даже не понял, что это футболка. Я подумал, что это... Короче, я не помню, что происходит. Это прикольно. Вот когда в кадре такая история есть. Это классно выглядит. По геометрии классно отработано. И это вроде бы казалось бы, такие классические мужские тесты, ЧБ, да, вообще самое простое с естественным светом, но с, с какой-то изюминкой. Здесь тоже неплохо, как портрет wain для серии, да, подойдет. А здесь немного странновато, что стул на голове, ничего не понятно, Вот в отличие от первого кадра не создает такого впечатления. Вот. Ну и последний кадр тоже немного странный. Короче, как будто бы уже, знаете, такая, типа, вариация из того, что было. И, ладно, все, все оставлю, все, все нравится. Вот. Но я бы оставил два первых кадра, и этого было бы достаточно. <сёк> Очень приятные чебешки, на мой взгляд. И... <сёк> потому что Макс был хоть. <сёк> 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 Макс хотел быть добрым, <сёк> Получается, что я такой добренький Говорю, а мне вообще все нравится, все здорово Так, привет из города Барнаула Алтайского края Ребят, сразу еще раз скажу Мы, скорее всего, опять не успеем посмотреть все присланные фотографии Вы, если что, высылайте их на следующие стримы В следующий раз И так как много похожих фотографий Похожих авторов Начинающих Присылают свои фотографии Я буду сейчас показывать какие-то Наиболее интересные, на мой взгляд, Максиму Хорошо? Итак, uh -huh. Барнаул, поехали, Андрей. Uh -huh. Так. Это а... А, до каких <ролос> 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 вот. вот это тоже. Его? Подожди, нет, все сломалось. Вот последняя фоточка <ролос> <ролос> девочка а, ну, шубами, с цветками. Вот <ролос> Мне кажется, у Андрея фотографии, я не знаю, сколько вы занимаетесь фотографией, но мне кажется, что у вас э, кантры выглядят немного устарелыми, как будто бы морально. Потому что, допустим, если мы возьмем вот эту фотографию, просто вот возьмем, не все будем разбирать одну фотку вот эту. Девушка, какие-то веточки, видно, видно, что декорации к Новому году, кусок елки торчит, да? Какой-то комод э, из Икеи в красном платье с какими-то заколочками, да, держит какую-то голову, как будто бы сейчас поцелуется. Ну, понимаете, да, такая немножко дешевая романтика. А, зеркало, да, там ничего не отражается. Странный браслет, кольцо, которое вообще не подходит сюда. И такая вылизанная ретушь, опять же, которая вообще, ну не нужна здесь. Ну, то есть, понимаете, слишком большой набор лишней информации. И в каждом кадре вот есть такие островки, которые вызывают вопросы. Некий Евген прислал 6 фотографий, на мой взгляд, интересных. Что скажете, Максим? Ну, okay. такой классический стрит. Мне нравится вот этот кадр с парнем. Прикольно, фактурно, интересно. Это, в принципе, могла бы быть такая имиджевая съемка да, для бренда какой-нибудь стрит одежды, одежды. Да. Неплохо выглядит. Здесь вот это, что я называю поза пешеходный переход у модели, когда нарочито вот это вышагивание, нарочито вот эта вот рука, поворот. То есть неестественно. Такое лучше всегда снимать в, в, в серийной съемке, да, чтобы это, естественно, смотрелось. А, с парнем более какие-то живые фотки, мне нравятся. А, вот этот кадр неплохой, хороший, ну, такой приятный, хороший женский портрет. И вот здесь больше живости, чем в том в таком в вымученном вот этом пешеходном переходе. А, здесь тоже все неплохо по линиям, мне нравится. А, и прикольное небо застали фактурная. Вот это слабо выглядит, типа просто девушка в каких-то таких архитектура а-ля двухтысячные, когда было модно вот эти вот колонны везде пихать, где только можно. и просто вышагивает в пальто и на высоких каблуках. Ну, короче, странновато выглядит. Я бы вот эту фотку кропнул бы вот... ай яй Можно там поднять как-то? Можно вот так. Вот так бы я кропнул. смотри, как можно. Ой. Ай-яй-яй, все. Все. Короче, всё. можно. А, а на майке так нельзя. И Ладно. у меня как будто нельзя. <laughs> вроде А ты много... вроде тыкал, было Извините. можно. Короче, эту фотку я бы вот так кропнул, и без этих э, вычурных каблуков и mm. всего происходящего вокруг будет смотреться намного лучше. И такая ритмика прикольная, вроде бы, вырисовывается. Друзья, я напоминаю, что от каждого из вас, от каждого, кто смотрит этот стрим, от каждого, кто присылает фоточки, пожалуйста, лайкушу туда под стрим ставьте, чтобы их лайкуш ваших было Сердечки много. Свои. И вообще радовались. Так, а почему вот я заговорил, как будто меня выбили зубы? Итак, Данила, Данила, Данила Антишов не просто прислал фотки, а написал большой текст. Пока Макс будет тыкать в фотки, mm -hmm. я прочитаю текст. Снимал чувака для обложки артиста в ВК. Чел только начинает. В домашней студии с софтом 65 сантиметров, как основной. И на фон лампа из Икеи с желтым гелем и длинная лампа, обклеенная красным скотчем. Вышло вообще спонтанно. Друг позвонил, сказал, что им нужен белый фон. Сейчас на iPhone поснимаем и все и все. Дай несколько советов, Максим, как развивать историю в кадре, то есть как фотографом создавать mm -hmm. связанную серию э -э фоток. <laughs> Макс, можно ли судить об уровне фотографов в твоем городе, смотря на фотки из местной студии? Тире студий. У а, нас фу, очень много вопросов, вот эти mm -hmm. хорошие вопросы по делу. На самом деле, как ты снял, мне нравится, учитывая, что это, опять же, так в пыхах и на скорую руку дома. Камеры, вот, мне кажется, с теплым таким светом прикольнее выглядит. Опять же, это сугубо личная вкусовщина, можете не слушать. А с синим, вроде бы тоже прикольно, более контрастно, но... Ну, в принципе, если вот этот синенький немножко увести к более такому бело-холодному, тоже приятно бы выглядело. Кадры неплохие Давай отвечу на вопросы Первый вопрос, типа, стоит ли судить по фоткам из студии, я так понимаю, по уровню местных фотографов Не стоит, конечно же, потому что студии тоже выкладывают на свой вкус Студии выкладывают так, чтобы лучше не знаю, продать самому обычному обывателю свой зал там на часок. То есть они, возможно, какие-то концептуальные фотографии вообще не выкладывают, да, потому что это никак не раскрывает, какой у них красивый интерьер в зале, да, вот, хотя там может быть все это лепнина из двухтысячных до сих пор, вот, поэтому абсолютно не стоит, и вообще, ребят, не надо, вот, как я уже говорю, какой-то спор, да, устроили все вокруг, и как будто бы есть какая-то гонка, никакой нет гонки, челаут расслабьтесь, Созерцайте, особенно сейчас, да, это как никогда нужно. Копите свою энергию, показывайте в своих снимках и все. И будет все классно. Семен Егоров э, прислал несколько фотографий объемного мужчины в кепке и без. Mm -hmm. Это я так понимаю. Вот здесь он похож на повара, у него такая этот, рубашка, как у повара. Это бар Барбершоп, судя ah, по... Ага, точно, точно. Если бы я не прочитал, а -а -а. реально очень похоже, как будто это. Какой-то бар такой. А, ну, в целом, типа, как такой, знаете, контент для Барбершопа, возможно, прикольно. Но можно было снять более атмосферней. Мне кажется, здесь слишком плоский свет, такой, знаете, классический, типа, софтик, то все. Можно было такого фактурного мужика снять в стиле э острых козырьков. Он, типа, вообще бы идеально вписался. И чуть-чуть попроще бы. Э с фоном поработать за слишком много всего и типа ну вот когда такой набор текстур э всяких разных там отсылочек бутылки головы какие-то наклейки и все 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 вы все это показываете это отвлекает взгляд зрителя очень сильно то есть расфокусируется внимание по кадру Макс, можно, пожалуйста? Я, а. я прям свои три да, э, да. копеечки ставлю. А, если... Короче, это, на мой взгляд, странная съемка. Если вы хотели использовать локацию исключительно потому, что там прикольно, ну как-то внутри, то это ок. Но выглядит как будто антиреклама Барбершопа. Просто чувак пришел, его... Он хотел чуп вот такой, наверное, там, и очень своеобразную прическу. Ему все испортили. Он сказал, брей на лоса! Ему побрили голову на лоса, он нажрался в конце, и, и все. Уснул. То есть это такая... знаешь, конкуренты заказали антисъемку, антирекламу этому барбершопу. Выглядит вот так. Ну да, ну и типа этот Джеймсон, сейчас, сейчас тут вглядываешься в детали, и какая-то бутылка Кока-Колы, ну типа... Ребят... Короче, великий школьный фотограф Андрей Уваров а он, по-моему, кидал уже. Он еще подкинул школьничков. Угу. И интересно, что ты скажешь. Потому что я смотрел стрим. А, все, нет, Варова дальше проматываем, что ли? Быстро-быстро. Быстро-быстро угу. про а пару школьных фоток. Ну, если расценивать это как школьные фотки, это охеренно. Ну, типа, это классно. Типа, то ли отдают, вот у меня племянник учится, да. Они отдают 2000 за две фотки. Каком-то ссаном альбомчике а? просто скидываются за две фотки общие, и он один сидит просто на фоне, ужасно снято, просто как будто бухой фотограф снимал где-то в подвале. И это просто отвратительно. Типа, вот это классно выглядит. Я бы хотел такой школьный альбом, и мне кажется, это довольно актуально выглядит. Современно. Современно, вот. Если мы разберем, да, 99% школьных фоток, это прикольно. Да, Андрей, будь я школьником, я бы обязательно заставил своих родителей, чтобы они принесли тебе деньги. Ну, опять Тарантино, привет. Да, так. <laughs> а, в целом, типа, это странно выглядит. Почему? Смотрите, ребят, черный фон, контрастный свет, черная одежда. Все теряется, все слипливается. Мы видим только торчащие ноги, какие-то руки и голову, веща... парящую, да, в воздухе. Странно выглядит, очень странно. Вот, наверное, такое впечатление у меня. Быстренько, я так понимаю, еще три фотки от этого же автора. Зовут его Валера Гаджиев. Валера как-то не меняется стиль, то есть он любит такое все в черноте. Но я бы на самом деле проработал бы больше, тогда, не знаю, если ты хочешь делать акцент на такую контрастную картинку, тебе нужно работать больше с силуэтами. Силуэты здесь у тебя в кадре не работают. А здесь они важны, как никогда. Роман Саф, зовут следующего автора. Mm -hmm. Ребята, я быстро скажу, что мы пропускаем э, некоторые э, съемки. Вы их, если что, просто первыми присылайте в следующий раз на следующие стримы. Извините, мы не можем чисто физически показать yeah. всех сегодня. Я включаю наиболее интересные, на мой взгляд. Uh, мне кажется, первый кадр вот из этих двух неплохой. Единственное, я, я не знаю, может я такой задрот, но мне торчащие пальцы всегда странно, рандомно, всегда смущали. И вот здесь это как раз тот самый пример: то, что вот видите, палец очень странно торчит, да, и он такой подсвеченный. И здесь тоже, и все. Еще странно, что и всегда запомните, лучника не накидывайте uh, вот так вот пальто на модель, потому что вы потом не, не будете знать, что делать с руками. Они либо будут торчать вот так пальцами, либо вы будете их вот так складывать, и все. И типа. А если их не будет, то это вообще еще страннее смотрится, как будто рукава без, без рук, да. Это тоже странно выглядит. Эти кадры вроде неплохие, мне нравятся, но может быть не хватает какой-то еще больше атмосферы что здесь вроде вот такая легкость, да, но все так зарублено, нога отрублена, а в первом кадре тоже вот этот пушистик тоже отрубленный. Не хватает немного вот этой легкости еще больше в кадре, потому что все-таки она здесь ну, должна быть. Название... Так, едем дальше. Маша, ты уже скидывала фотки, тоже мы про них говорили. Сейчас, может быть, назад еще вернемся. Автор по имени Ия, Ия Кожин и три его фоточки. Угу. А, вот опять тоже про что я говорил. Вы берете один образ, и потом пытаетесь из него выжить, типа, и так, и сяк, и пятое, и десятое, и на рынке сфоткаю, и в автобусе. Uh, ну, вот, uh, вы хотели, типа, просто, типа, а одетая модель, еще и со светом, и сейчас я бахну в автобусе. Не знаю, это странно выглядит, и, типа, то, что она на рынке. Во-первых, модель очень колхозно позирует, от этого точно избавляемся. Uh, я даже выпускал урок на ютубе, кстати говоря, как не нужно позировать модели. Uh, и как не нужно работать с моделью. Обязательно посмотрите, uh, в нашей школе контентография, uh, можете там посмотреть, там на целый час этот урок, это мы бесплатно из курса выложили целую часть. И вот там как раз про эти все тикток-танцы uh, у головы, вот эти все ручки, да, ну, очень натужное позирование, вот так можно сказать. <вот> uh -huh. Вадим Размаев uh -huh. и несколько интересных кадров. Я хочу себе просто вот такую одежду, вот такую. Просто чтобы а, была... Одежда прикольная. На ней можно, типа, очень классно отрабатывать именно свет, который как раз дает форму. Это клево. То есть построить кадр от формы, это интересно. Уже какая крутая шмотка вообще. А, как будто... Да. Вот здесь э, с полосочкой, да, это тоже такая классика, как с кружком, только с полосочкой, э, вот, и такую полосу мы либо должны что делать, отрубать по, по голове, как бы вот так вот, да, чтобы не было видно, то есть, по сути, контур полосы мы можем прятать, особенно если у модели темные волосы, это очень классно, мы можем запрятывать в... В волосы, чтобы сверху вот этот прямоугольник, да, отрубленный не смотрелся Либо вводить его из кадра совсем То есть, чтобы, ну, можно даже просто в фотошопе растянуть Чтобы эта полоса уходила из кадра Тогда будет прикольно кадр разделяться полосой А так мы, знаете, это прям палец Это spotlight вот такая полосочка И вот тут он, бам, отрубается, все Ну, это очень странно, что на, на головой модели вот такой отросточек белый Ни туда, ни сюда Оп вот такой мой личный совет. Это всегда лучше исключать. А, ну а так видно, что ты пробуешь, экспериментируешь со светом. Светом довольно приятные кадры, но есть небольшие какие-то такие моменты. Александр Евстигнеев mm -hmm. и парочка. Фоток. А, очень странно, типа локация прикольно сделана, странный свет, который просто все выбивает. Вообще, не знаю, как будто октобок... поленился свет ставить, взял октобокс и бахнул просто на все мощности. И просто залил всю фотографию светом ровным. И очень странно лежит модель, ну, типа, просто как эта девушка внезапно оказалась в локации. И просто упала с дивана. Ну, это же не упала, а ты такой, типа, давай ложись и вот... Ну, очень странно, слишком неестественно как-то это все выглядит. И вообще никак не сочетается с локации абсолютно но локация прикольная ткань работает мне кажется можно было с ней докрутить что-то интересное а здесь немного ну в целом это может сочетаться типа фон у нас такой арт размазнянок на, на лице но мне кажется тоже слишком тогда уже лишние вот эти текстуры желтый вот этой какой-то ткани на лице какой-то черной, шухер на голове. Я бы волосы здесь просто мокрым залезал назад, чтобы они сильно не отвлекали. И вот эту всю одежду, да, такую я бы тоже убрал. И портреты вот с этими ручками уже тоже, мне кажется, уже too much. То есть из-за того, что здесь очень много всего, и ручки, и ткани, и все остальное, начинает друг на друга одеяло перетягивать. И яркая ткань в одежде, и шухер на голове, и фон, и еще на лице. Очень много всего. Uh, у нас есть компетен... компетентное мнение. И я буду отвечать за некомпетентное мнение. Мне вот эта фотка очень нравится. Не, по цветам прикольно. По цветам прикольно. Все, короче, зашло. Так, дальше летим. Вот некий Богдан прислал три фоточки. Ой, мне нравится вот этот кадр, классно. Вот это типа из разряда, как парень присылал там, где э, мужик бухает э, в барбершопе. А это вот, типа, как бы, барбершоп, который бы заказал рекламу, да, снял бы ее хорошо. То есть, вот это прикольно выглядит. То есть это выглядит стилево, это выглядит по-киношному. Свет классный, атмосфера какая-то есть в кадре, да. Все очень хорошо. Нету тумачки, каких-то деталей, все очень лаконично. Здесь, мне кажется немного устарелый фэшн, да, а, то есть такие очки, это вот все, такая некая кич история, она присуща только сейчас, наверное, бренду Гучи, да, наверняка вы видели, вот, но там немного другая вся подача идет материала, то есть вы можете прям больше проанализировать, если вам нравится такая эстетика китчевости, вот посмотрите их кампейны. А, здесь, мне кажется, не знаю, мне кажется круг, вот этот круг, полукруг, все как начали с этим спотлайтом снимать, мне кажется, все суют просто куда попало, куда нужно и не нужно. Мне кажется, что здесь это вообще не нужно. Было бы прикольно просто оставить вот такой вот контрастный свет на модели, но вот без этого полукруга, который и как полукруг, и еще и не по центру, у меня как перфекциониста, на минималках я перфекционист, смущает. еще и он отрезается сбоку кадра, тоже так прям нещадно рубанули его, потому что фон закончился видно. Едем дальше. Алексей прислал три черно-белых кадра. Вот они. Ну это вот из разряда, знаете, когда все говорят вокруг о концепте, человек такой, блин, надо же делать фото с концептом, иначе все я буду лохом. И такой, ну ладно, сниму с концептом, заклеил рот, и типа я слушаю по телефону, а говорить не могу. И вот такой вот выглядит как просто социальная фотография, которая может висеть э, на остановке, на какую-нибудь тему, условно. А, например, э, реклама какой-нибудь горячей линии поддержки, да, там людей психологического. Вот у меня сестра психолог, она в такой работала, и, возможно, это была бы их реклама. Но это не выглядит... Как история, про которую зрители только посмотрят. Вау! Вот это да! Это классно! Потому что слишком натужно показано. Слишком притянуто за уши. Вадим Размаев прислал еще несколько фоток. И сегодня, как будто может случиться чудо, и мы можем успеть посмотреть вообще все, присланное вами. Друзья, mm -hmm. привет Максу из Екатеринбурга. Добрый вечер, Екатеринбург. Так. Mm -hmm. Последний. Mm -hmm. Мне нравится этот кадр. Очень классно по линиям, все лаконично. Мне нравится, что здесь нет перегрузов стайлинги И вообще все классно. И, и здесь мне нравится и цвет, в принципе, в ЧБ тоже бы неплохо смотрелось. То есть и такая приятная, теплая картинка. И мне понравился первый портрет по цветам. Супер. Я люблю такой немного холодновато серый на фоне, когда используют и по тональности. Мне нравятся волосы. Вот просто, да, тоже вот, э, что вот мы смотрели бьюти-портрет, где там куча краски и шухер на голове. И здесь чистое лицо и просто мокрые волосы как-то рандомно прикольно уложены. И создается лучше впечатление, хотя модель вообще ничего не делает, никаких нет рук, ничего. Все супер лаконично, но фотография выглядит более современно. Елена Катасонова, которая сегодня тоже уже была, выслала еще две фоточки. Угу. Uh -huh. uh -huh. Мне кажется, с полиэтиленом вы справились неплохо, потому что обычно, когда с полиэтиленом снимают, выглядит просто как, типа, пакет в кадре, да, здесь он не выглядит пакетом. Во втором кадре ту матч перегружена маджентовой, тоже такой горящий и синий такой горящий. И кадр выглядит слишком тяжелым, перекрученным по цветам. Сюда бы точно не хватает какого-нибудь чистого, чистого света на, на контур, например. Пусть это будет контровой. Какой-то вот сверху за модели поставили, и пусть он бьет их, подбивает. Было бы прикольно. Друзья, мы успеем посмотреть еще троих. Mm -hmm. Ребят, а вы пока накидайте, 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 Максу вопросы, и чтобы мы на них ответами и закончили бы. Mm -hmm. Валерий Гаджиев прислал две фоточки. Uh, я не знаю, как такое комментировать. типа. Мне было интересно, что ты скажешь. Я понимаю, да, это специально такая подстава, подстава мутят. На самом деле, ну. Во-первых, типа, почему девушка в... лежит на фоне какие-то детские книжки вокруг головы? Ну, непонятно вообще про что. Типа, а давай пофоткаем. Да, давай, а что есть? А вот давай книжки разложим и пофоткаемся. А что есть? Волосы. Да, волосы. И книги. Типа, при... на самом деле, по тональности фотка прикольная. Ну, типа, мне нравится, как сочетается свитер с таким фоном. И как, типа, они вроде бы одного цвета, но свитер еще фактурность имеет, коричневый. И вроде прикольно по цветам. Ну типа, что происходит в кадре? Зачем, да? Типа ты такой спрашиваешь, зачем? Это из разряда, я сейчас такой, а могу вот так сфоткаться? Но это же, ну что? Вы, то есть, я ни в коем случае не высмеиваю ваш креатив, но просто это странно выглядит, да? Типа, зачем? Что, Да, Валер, если ты объяснишь в комментах к стриму, будет здорово. Не, я могу примерно, понимаешь, что сейчас можно сказать. Типа, а это вот она какая была в детстве, это она любила это отражение, у нее в голове это летает. Ну, что-нибудь такое, это можно всегда придумать. Еще два кадра от Александра Евстигнеева. Так. Мне кажется, эту фотку лучше перевести в ЧБ, тогда эта трава, такая псевдо-трава, которая странно здесь торчит, не будет так читаться именно травой, а будет просто фактурой прикольно смотреться. И, в принципе, этот портрет будет прикольно именно в ЧБ смотреться. Здесь же вообще странно, такая девушка, которая такая губками так делает, да, такая и пучит губки в какой-то ткани завернутая, типа, внезапно. И вот эта вот манерная ручка с пальчиком. Ну, опять же, позирование с 2000-х годов так лучше не снимать. Вот я не знаю, почему, но это как будто бы кто-то, знаете, какие-то истины на камне высек, и все фотографы такие, о да, и все снимают портрет с ручками. Обязательно вот так, вот так, вот так. Не знаю, кто это взял, с чего. Я так тоже снимаю. Так, Макс, очень прикольная серия, которую включу исключительно из-за названия ее. Ушли с третьего урока с одноклассницей. Более должен был быть здесь еще грубо бархатный голос. Ушли с третьего урока с одноклассницей. Блин, ну нет, нужны были другие фотки под эту фразу. На самом деле. А, а... Мы а, ушли с третьего урока с одноклассницей, а она робот. Вот так. <свят> она вампир. Да, ну на этой, да. Вот. А этот кадр мне нравится. Кстати говоря, здесь а, то же самое использование типа плотным цветом заливка, но а, здесь нету какого-то еще второго цвета. Поэтому и есть чистенький свет, который там вот сзади где-то виднеется на лбу, да. То есть. По краям модели мы видим чистый свет, такой как, как контур, да. И черный. То есть это выглядит очень графично, прикольно. И вроде как даже эта кровь не выглядит а, слишком дешмански, что ли. Вот. Мне кажется, что надпись не нужна. Она в кадре вообще. Вот, мне кажется, она лишняя. А так серия неплохая, особенно если ты ушел с урока с одноклассницей. Не знаю, в кальяны что ли вы были? Как вас тут опустили? Потому что там такие столы, ну, типа, реально, антураж, как в кальянный какой-нибудь. Это а... игра Трон. А... Такой был фильм Трон на Ну да, да, думаю. да. А, ну, то, короче, на самом деле прикольно. Ты молодец, так держать, типа развивайся. Потому что, ну, здесь хотя бы интересней. То есть, ты хотя бы подумал, так снял, так, так. Есть То есть какое-то развитие, хотя бы небольшое, в кадрах. Здесь графика прикольная, кстати. Мне нравится, что здесь такой угол торчит из какой-то такой фактуры, да, оциановый Углом вот так вот тоже рука. То есть сама модель как такой треугольник. И здесь еще какая-то такая фактурность. Ну, короче, прикольно по контрасту разбит кадр. Мне нравится. Друзья, у нас ä, последний на сегодня автор, которого мы успеем посмотреть, это Александр Исаков, он тоже уже был, вот, но он тут неожиданно, пользуясь случаем, прислал свои последние школьные фотки. В смысле, не он на них, а... Там кто-то мои фотки А он да, твои? Нет, там кто-то мои выше фотки зачем-то прислал. Где они? Вот эти. А вот эти, да? Причем это где-то непонятно вообще сохранили, это тоже непонятно. Что, откуда они сохраняли? А это нормальное разрешение. Загадка. Причем там есть очень старые работы. А, ну вот, может быть, смысл был в том, узнаешь ли ты э, или нет. Okay. Uh... Так, а это что? Это типа школьный альбом? Типа школьный это? альбом, да. Ну, если честно, вот мы тоже видели там, там школьный альбом. Здесь как будто бы ребята слишком заскучали. Там как будто бы они были более живые и натуральные, как будто им было прикольно всем этим заниматься. А тут они почему-то еще и все почти, почти все с какими-то скучающими позами слишком вот с такими вот. Mm. Такая заскучала. Там еще есть такая фотка дальше. А, вот тоже такая. Ну то есть а, как будто бы их это просили специально делать, а вот предыдущие там тоже школьные фотки. Там как-то ребята прям как будто бы кайфовали от процесса. А здесь такие, ну ладно, сейчас встанем так, так. То есть мне, конечно, нужно более расслаблять ребят, чтобы было это прям максимально естественно. Ладно, раз уж вот эта фотка проскользнула от автора с именем Максима, то Максим, что вы скажете? А, мне не хватает деталей. Типа, я знаю много таких манер, портретов типа с контровым светом. Ну, мне кажется, здесь не хватает деталей. Просто хотя бы чуть-чуть. Слишком много черноты, прям такой. Вот, Эээээ, странно выглядит. Друзья, мы перемещаемся в комменты. Эээ, Данил пишет, ведущий говорит, как маньяк. Ты раскусил меня, сученыш. Дальше. Про девушку с книгами это иллюстратор с ее работами. Валерий а. Гаджиев объяснил я понял. фотку на зеленом фоне. Кровь прифотошоплена, как и черные белки. Да, кальянная. Это к вопросу про трон наследия. Макс, расскажи про первый свой фэшн-коммерческий заказ. Ой. И вот прям первый-первый, первый наверное, не вспомнил. Ну, типа из разряда что-то такое. Я, когда начинал фоткать, это было, типа, там, начинал в 11 но вообще я примерно, когда у меня уже были какие-то заказы, за, там, не знаю, за 2-3 тысячи рублей, э, я помню, снимал для знакомой, у нее был шоурум какими-то китайскими шмотками, она привозила э, чемоданы, просто ездила в Китай, покупала чемоданами вещи и здесь привозила под биркой корейские дизайнеры, э, продавала э, вот китайские вещи, по сути, Алиэкспресс только вот офлайн. Я вот снимал прям дома вот для нее коллекцию, не помню там тысяч за пять, наверное, мы снимали весь день и вот примерно в таком ключе у меня было. Вопрос для обоих спикеров: как начать перестать, как начать перестать метаться и начать делать фото в более-менее одном стиле, потому что хочется экспериментировать, а подписчики и клиенты могут этого не понять. Я думаю, что ответит Максим Баев. А это большая ошибка. Вот вы а, почему все такие Я хочу стиль. Я хочу в одном направлении работать. Это вы просто ваш мозг а, хочет а, такой. Все, я выбрал вот такой стиль. А, мне можно больше не напрягаться, мне можно больше не искать, не пробовать, ничем не интересоваться. Я буду работать вот так. И все. И буду вот всю жизнь так снимать, все меня будут знать. Нет, на самом деле вы тоже не забывайте, что вы сейчас можете, не знаю, там, ближайшие три года снимать в одном стиле, как это у меня было. Меня раньше все знали как а, нюд фотографа, потом меня раньше все знали по фотографиям девчонок в боди с длинными ногами и в туфлях а, с острыми носами, да, лодки, классические а, такие немножко нуарные фотографии у меня были. А сейчас я вообще в другом стиле, в другом стиле работаю. Поэтому это может меняться. Стиль может развиваться, причем кардинально может меняться. В зависимости от ваших интересов и от того, как вы себя это же развиваете внутренне. Это же все очень... Творчество это сублимация полная того, что вы в себя впитываете за всю свою жизнь. То вы отражаете в творчестве все. Поэтому э, не нужно ломать голову, это само к вам придет. Я лично понял, что у меня есть какой-то стиль, когда мне комментарии, э, комментарии начали такие оставлять, и люди начали об этом писать, сами писать. Когда вам начнут, тогда вы можете, в принципе, подумать, что «А, ну да, у меня есть какой-то стиль». Антон э, Лепунов пишет, что э, некоторых по несколько раз разбирали. Э, в следующий раз закидаю весь чат, а мои фотки так и не открыли. Антон, вот я сейчас... Э, листаю э, все я нашел как будто твои фотографии ну-ка попробуем сейчас на секунду в них заглянуть и это будет прощальная песня тем более они такие своеобразные в хорошем смысле слова секундочку черно-белые между прочим если я правильно понял антон потому что там э, без фамилии фоточки вот если вот это твои, то на, получай. Если честно, настолько пестрая картинка по текстурам, да, вот прям ревит в глазах. Ничего не понятно, что происходит. Типа просто внезапно голова внизу кадра, это стол, стакан, старый телек, какой-то экран. И здесь просто мужик стоит на балконе, да, и мужик э, облокотился на стену, вот следующий кадр, да. Ну, типа, нас... А, это на полу, наверное, лежит. Настолько такая и и контрастная и реально и прям ребита же в глазах фотографии, вообще ничего не понятно. То есть, э как будто вы слишком заигрались, какой классный свет в квартиру залетел, и начали фоткать, но потеряли саму суть, забыли об этом. Сосредоточились на техничности какой-то, что вот прикольный свет создали у нас жалюзи на окне, но в итоге забыли про суть фотографии. Вот. Как будто бы такое впечатление, в следующий раз у вас же окно не меняется, свет у вас также залетает. Попробуйте наполнить кадр, поработать с композицией, с компоновкой, с акцентами. Да, как свет должен расставить правильный акцент. Потому что здесь акценты, допустим, на затылок, растрепанные волосы и ухо, все. Кусочек носа торчит, и высвеченный лоб. Ну, непонятно, что, как, зачем, почему. Но зато у Антона уже есть умение, есть скилл, фоткать с желюзями. Итак, возвращаемся. Сейчас, секунду. Возвращаемся к вашим комментариям. Вот они. Хатей Хатейч -а -а. пишет, что спасибо за эфир, больше не включайте такую музыку из двух нот, она очень мешает. И еще этот же человек, по-моему, сказал, что, а нет, кто-то пишет, что, ох и разбор, видимо, не зашло. Так, а... что еще? Мои фото, так это Антон. Мы уже исправились и посмотрели твои фоточки. Как начать снимать людей? Очень важный вопрос от русской весны. А, на самом деле, я тоже, когда начинал, очень стеснялся людей. И именно по этой причине я, я думал, что я буду э, пейзажистом. Но пейзажистом я так и не стал, потому что не было денег, э, чтобы колесить по пейзажам. Э, и нужно было учиться в университете. Короче, вот эти все сложности взрослой жизни. Вот, поэтому я начал перебороть себя. Я начал сам себя фоткать. Просто вот ставишь камеру на штатив, таймер. Сфокусировался, да, там, не знаю По подушечке э, На стульчик поставил, подбежал, подушечку скинул На стульчик сел, зафиксировался И сфоткал себя В таком режиме я себя снимал очень, ну, так Достаточно долго, полгода, наверное, год а Это долго Потом просто зовите знакомых Так все начинают, зовите знакомых С, с ними будет более раскованно себя чувствовать э, И как-то ненароком Их пофоткаете э, Потом можете уже писать разным другим ребятам В соцсетях «Русская весна» та же пишет. Да, музыка мешает. Видимо, предыдущий коммент был вот про музыку, про mm. какую-то... ребят у нас нет никакой музыки здесь. Может быть, она где-то там. Да-да-да. Бог камеры монтажа Ильяс включил там музыку, которую мы не слышим. Поэтому э, окей, не включай больше музыку, просят не включать. Э, «Отец Баев, не уходи, пока не разберешь фото мои», Артур Репкин говорит. Сейчас попробуем, Артур, вдруг мы успеем. На вопрос про создание серий не ответили. А, mm. я забыл, наверное. Смотрите, вообще попробуйте. Самый high level, конечно, допустим, если у вас серия, вам нужно, во-первых, образы, чтобы была сменность образов у модели. В любом случае, даже если вы не снимаете фэшн, у вас все равно должно быть развитие какое-то. Локация тоже должна меняться. Нельзя просто взять, снять серию возле стены да если эта серия будет с акцентом на какие-то там не знаю предметы которые будут меняться но вам здесь тоже нужно будет подумать какие предметы будут меняться в кадре и так далее поэтому э, серия это сменяемость вот представьте вот просто смотрите чё, как, меня, как я круто научился снимать серии я просто в университет ездил каждый день в, в одну сторону мне занимало время час полтора только в одну сторону. Я слушал музыку, закрывал глаза и представлял, какой клип я сниму. Вот точно так же. Закройте глаза, представьте, какой клип вы снимете под любимую музыку, под песню. Представьте себе героя, происходящее. И вот, пожалуйста, вам серия готова. То есть ваша серия должна быть как клип, раскадровка. Она должна рассказывать зрителю, погружать его в вашу атмосферу. Это не обязательно должна быть какая-то замудренная история, там, не знаю, как в кино прописать прям все-все-все от и до. Но, по крайней мере, вы должны Uh, придумать сменяемость кадров и как можно меньше портретов как раз таки то есть серия должна насыщаться деталями uh, в кадре то есть это ростовые кадры какие-то поясные супер дальние может быть планы какие-то детали и я обычно когда снимаю серию делаю один два портрета и этого достаточно достаточно не нужно прям на этом заострять внимание uh, 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 uh. Uh, uh. Uh, спасибо огромное за разбор uh. Максим вы как всегда вдохновляете именно своими разговорами разборами. Это я решаю закончить на позитивной ноте. Спасибо большое, очень конструктивно, просто приятно слушать за обработкой пишут люди. Вот так вот и пишите, конечно же. Ну и э, там товарищ Репкин очень хотел, э, чтобы Макс не уходил, пока не скажет три слова про его фотки. И так как они там были последние, сейчас попробуем их включить. А это точно он? Да, это точно он. Артур Репкин. Так. А, мне, наверное, пожалуй, нравится второй кадр только а, вот этот. Он как будто бы более лаконичный. Здесь нету перегруза, слишком вот этого вот, знаете, я такой типа, какой-то не знаю чертенок в лесу. Вот И здесь прикольно локации работает. Не нравится, ну, может быть. Да, заезжена немножко поза, такая типа эмбриона, но, в принципе, а что еще тут можно выбрать, да, для, такой, для такого кадра? Мне нравится, мне нравится, что здесь так прикольно, элегантно торчит вот это остренькое ушко из-за волос, mm. интересный такой... Вроде бы просто девушка в лесу, а тут такая-то ушка, она уже немножко создает какое-то другое впечатление. Вот. А остальные кадры, особенно вот эти крупные детали, мне кажется, они какие-то вот и портрет, Здесь, во-первых, видно, что это грим, и видно, что грим такой дешевенький, просто наложенный в попыхах, без подложки на кожу, да, видно, как он иссушил кожу, и вот эта текстура кожи прям сильно просвечивается, вот, поэтому дальние кадры лучше выглядят. Этот кадр тоже неплохой, но мне кажется, здесь с ногой вы что-то странное сделали, нужно было ножку чуть ближе сюда, чтобы у вас была какая-то, ну, просто изогнута такая линия, и нога не обрубалась просто в кадре. Потому что опять локация прикольно, на самом деле, выглядит. Мне нравится этот мох. Типа, в целом все прикольно. Вот именно дальние планы классно выглядят. Детали видно, что э, аквагрим такой дешевенький. А, Еще одна девушка просила э, метнуться быстро к ее. Какой я тупой. Сейчас, секунду. Одна девушка писала: Сейчас Максим, а пока Максим Баев, великий кормчий, космический зодчий, расскажет вам, как лучше снимать. Денис найдет тот коммент. Uh, да, кстати, ребят, по поводу обнаженной фотографии хочу сделать небольшую рекламную паузу. У меня 20 мая в 8 часов будет также эфир на тему как раз обнаженной фотографии. Вся инфа у меня в запрещенной соцсети в России Instagram. Uh, вот, заходите, посмотрите, там всю инфу я буду обновлять в сторисах, кидать буду ссылки сегодня, завтра, послезавтра. Поэтому увидите, кому будет интересно. Как раз буду рассказывать про эту тему, потому что тема очень интересная и все нюд-фотографию расценивают исключительно как просто что-то прикольное для себя, фотка для портфолио, а как это можно монетизировать, никто не думает. Вот про это тоже буду рассказывать. Я нашел Алина Сыгнбекова да. говорила, что ее фотки сразу после лысого барбершопа, поэтому мы можем найти эти кадры, потому что Алина четкая. Объяснила, как их искать. Э -э, Алина молодец. Вот сейчас сразу прям Алина. <связать> так, подожди, вот мысль мужик. <связать> да. вот. вот, потому что не надо было файлами Алина присылать. Еще по 25 мегабайт. <связать> <связать> э -э так. Так. Раз, два, три. Ага. А -а здесь, мне кажется, слишком, опять же, попсовое сочетание. Циан желтый, тоже супер классика. Я не знаю, во всех приложениях во всех всяких пресет пакетах везде что только не пробовал за всю жизнь вся есть сочетание циан и желтый а, мне кажется что циан довольно едкий такой цвет и его не всегда прикольно вот так прям нарочито заливать везде в кадре здесь можно было бы просто легенький холодный оттенок какой то использовать бело холодный например ну не циан прям такой что то желтовато здесь прикольно мне нравится по линиям в кадре как все выглядит в целом, неплохой, э, как бы по свету и по компоновке получился снимок, но вот Циан, мне кажется, точно стоит сделать по однозначно. А следующий кадр немного странноватый, особенно вторая девушка, которая такая, типа, случайно как будто бы оказалась и сует себе пальцы в рот. Потому что здесь нос какой-то, что-то как-то что-то происходит, непонятно. А вторая, как бы, он там, факт, показывает, ну, слишком тумач, короче, вот. Мне кажется. Этот кадр прикольный. Мне кажется, это прикольный кадр, и он мог бы оказаться, не знаю, на обложке какой-нибудь книги, может быть. Выглядит как обложка книги почему-то. Прикольно. Мне нравится. И по тональности очень приятно, по цвету вообще клево. Сочетание. Друзья, ну на этом мы вынуждены остановиться. Алина, я надеюсь, мы тебе сделали хорошо. Вернее, Максим. Uh, друзья, обязательно подпишитесь на Максима, потому что Максим добрый, хотя это другой фотограф. Uh, обязательно подпишитесь на GetLens, потому что на YouTube-канале GetLens очень много полезного. Здесь выходит куча видосов для того, чтобы вы стали еще круче снимать. На меня можно тоже подписаться. Зовут меня Денис Насаев, потому что я веселый и добрый. И на этом мы... Наш замечательный стрим заканчиваем. Всем пока. Ставьте лайки. Обязательно приходите на канал. Пока-пока, ребят. Счастливо. Пока,